Can't you see I'm cold and lame? A guy like you should wear a warm rain. It's dangerous, I'm falling. There's no escape. Группа «Фрукты», ваши аплодисменты. Молодцы! А они что, русские, что ли? Ну да, ну. Ух ты! Да здравствуют российские фрукты! Вы такие классные! Фрукты классные. Фрукты, спасибо вам, ребята. Крутые. Надюша Ангарская, Машуля, умница, Полиночка, молодец. Сысоева! Наталья Андреевна, помогите! Как держу ее, что случилось? Сысоева, 3-я восьмерка, начальный танец. Наташа. Ну, Надь, это же азы. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пожалуйста. Да что за азы? Это же сложно! Олежа, можете тебе на минуточку? Да. Олежа, 3-я восьмерка, начальный танец. Азы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Надя. Я неудачница! Я не знаю! Азы! Азы! Спасибо вам, ребяточки. Прям подфорсили. Может, как-то человек соберется и перестанет лажать. Ну что, Катюш, как договаривались? 10 секунд? А? Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подожди, не так быстро считай. Варнава, на сцену! Ой, на сцену мне пора. Подожди, я не досчитал, Катя. Ой, на сцену. Должна будет. Детский сад, а. Помните, какие раньше были благородные меценаты? Сава Мамонтов, Павел Михайлович Третьяков. Но им всем очень-очень далеко до наших современных женщин с Рублевки. И напоследок. Меня часто упрекают, почему я жертвую такие огромные деньги на такие маленькие цели. А я вам отвечу. Хотя что я могу вам ответить? Я не буду вам ничего отвечать. За меня все скажет моя благотворительность. Всегда ваша Лика Ламбруско-Рылова. Лика, это была потрясающая речь, прям до мурашек. Это очень нужная акция. Вырубить столько леса, чтобы спасти жизнь 3 клещей, это бомба. Да, если бы клещ мог говорить, он бы сказал тебе спасибо своими маленькими щупальцами. Ну или что у него там? Вот мне спасибо не надо. Я не за спасибо жертвую деньги своего мужа. Я, между прочим, поддерживаю популяцию кубинцев-стриптизеров Москвы. Это как? Как, поддерживаю? Да. Вот так вот. А ваш муж вообще в курсе, что вы так бездарно тратите его деньги? Или вы, наверное, недавно в нашем благотворительном деле? Вот вам ярчайший пример так себе благотворительности. Вот все жертвуют на этого пресловутого уссурийского тигра. А вообще в курсе, что тигры давным-давно фишку просекли и специально чпокаться перестали?
чтобы как бы им больше денег доставалось, а? Ты еще будешь учить меня, как тратить деньги на благотворительность? Я, между прочим, организовала фонд «Мягкий Кавказ». Вы слышали о таком когда-нибудь? Просто мы очень хотим, чтобы кавказцы стали как-то чуточку помягче. Поэтому завалили все магазины Дагестана кондиционерами для шерсти. Вот это я понимаю, вот это не банально. Да, девочки, правда. Если уж делать добро, то так, чтобы оно отличалось от всего остального добра. Вот я, например, заказала часовой концерт группы Brainstorm для дома глухих. Я смотрю, ты девочка с фантазией прямо, да? Я вот, например, хочу помогать врачам без лицензии. Потому что, ну, очень сложно врачам без лицензии. Это очень хорошая цель. Прям цель очень хорошая. Да, 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 да. Не будет хватать налика, звоните на госзнак. Допечатывайте, у меня там свой станочек есть. Да, да. Адьос, адьос. Восьмой плюс-плюс. На что сегодня жертвуем, бабоньки? На рублевского клеща. И здесь на клеща. А где еще на клеща? Лейпциг, Брно, Кизляр, Гуанчжоу. Везде дают на этого клеща. Кто это вообще такой? Это Макс Наибенко. Он гуру благотворительности. Да. Он вдохновитель акции «Рожаем в Боржоми». Да. Макс, вы просто супер. Скажите, пожалуйста, а куда бы я могла вложить деньги своего мужа? Только я хочу жертвовать нестандартно. О, как мне заколебали все эти. Макс, помоги. Макс, помоги. Советую тебе, девочка, начать с того, чтобы помочь пингвинам-геям. Их притесняют пингвины-гомофобы. Реально притесняют? Еще как! Им не разрешают сидеть на яйцах. Бедненькие, все время стоять. Все, держите. Отдаю все бедненьким пингвирасам. Секунду, давай. Вот. А мне на что пожертвовать, скажите? Мое огромное сердце сейчас разорвется от нетерпения. Что-то глобальное, наверное. Вы знаете, что в Белоруссии нет демократии. Чего нет в Беларуси? Какой ужас, в Беларуси чего-то нет? Послушайте, я отдаю все. Давай. Все. Да, ох, знал бы второй ашановский пакет бы взял. Давай, давай. Скажите, пожалуйста, а что вы посоветуете мне? Просто у меня очень доброе сердце. Я вижу, вы меценат широкой души. Так. Соловьи без пениса. Неровные яйца. Что, я тут при чем? Магазины завалены неровными яйцами. Точно. А, в этом смысле? Все думают, что они ровные, а они неровные, как в жизни. Вот это интересно. Да. Это как-то так свежо, необычно. Это необыкновенно. Да. Все на яйца. Сейчас они появятся. Давайте. Давайте, где давайте, же давайте. Яйца? Еще, давай. Опа. Секунду. Все, девочки. Через час у меня отплывает шхуна. Всегда ваш Макс Наибенко. Адьос. Вы бог, Макс. Это гениальный чувак. Спасибо. Алло. Кирилл Геннадьевич? Да. Передайте Андрею Павловичу, Суэду Ростамычу и Махмуду Исымбаичу, что денежки с Шижон собрал. Да. Меценатки довольны. Целый пакет. Да. Все, еду как любовница. Все, давайте, адьос. Так, а что здесь происходит? Ангарская идет на рекорд, уже почти 5 минут без еды. Давай, держись. Ставлю 1000, Портос не продержится. Да, 10 секунд осталось. 10, 9,
8. Все, держи с ней, я шучу. 7, 6, 5. Пожалуйста, сожри его. 4, 3, 2, 1. Наталья Андреевна, там к вам пришли. А кто? Как кто? Натуся! Оля, привет! Привет! А что ты тут делаешь? Тебя жду, у нас же номер сейчас. А, точно! А что делаешь? Тогда на сцену иди. Я потом выхожу. А, точно! А цветы кому? Тебе. Ну, давай я воду поставлю. На сцене их тебе дарю, давай, иди, объявляй. Девушки жалуются на недостатки своих парней. А я вот думаю, гораздо хуже, когда у твоего парня вообще нет никаких недостатков. Пойду в номер, брошу его. Да, скажу. Скажу, сегодня скажу. Да, сейчас скажу, да. Ну, как я ему скажу, если он еще не пришел? Нет, не люблю я его, не люблю. Тебя люблю, да. Его не люблю, нет. Тебя люблю, да. Да, скажу, скажу. Официант, еще шампанское принесите мне. Я извиняюсь, а вы долго еще будете праздновать? Просто уже утром мы хотели бы закрыться. Сейчас придет мой парень, я его быстро пошлю и закроете. В чем проблема? Тогда, может, бутылку не надо, может, бокал? Может, бокал. Теперь неси бутылку, что смотришь? Все мы бабы стервы. Здравствуй, любимая. Здравствуй. Господи, какая ты красивая меня. Это тебе. Спасибо. Все хорошо? Естественно. Натуся, ты хотела мне что-то сказать? Да. Я хотела тебе сказать... Ой, прости, пожалуйста, пока не забыл. Достал билеты твоей маме, Карловы Вары. Зачем? Как зачем? Ты сама просила? Мамулечки твои, красотулечки, здоровье поправить. Ну, да когда я просила, ну? Вчера. Короче, не надо. Все. Отдай своей маме, отдай. На. Че ты вообще к моей маме прицепился? Ну, прости, хотел сделать тебе приятное. Так, ты хотела мне что-то сказать? Да. 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 Я хотела тебе сказать, что мне вот все вот это надоело. Ну, ты хочешь только то, что я хочу. А я так не хочу. А как ты хочешь? Только скажи, как ты хочешь, я буду делать так, как ты хочешь. Сразу. Я хочу тебе сказать, что... Что? Все, нет больше шампанского. Ну, все, сейчас, официант, шампанского, пожалуйста. Давай, наливай. Любимая, почему ты пьешь? Ты что-то отмечаешь? Сегодня же 3 года и 2 месяца, как мы вместе, да? Нет! Да! Нет! Как приятно, что ты помнишь. А я тоже готовился и решил тебе кое-что подарить. Не надо мне ничего дарить, не надо. Покажи подарок. Фу, кольцо. Да, перезвоню. Перезвоню. Ну что ты, да не надо сейчас на меня давить. Натуся, а кто тебе звонил? Из ЖЭКа. Из ЖЭКа? Да. Так рад? Да. Класс. Анатолий, ты хороший. Ты очень хороший. А я другая. Конечно, ты другая. Ты богиня. Ты святая. Ну, ткнись. Ты такая трогательная. Она, ты такая нежная. Ты лучше всех. Я храплю во сне. Ну что? Ты же как кошечка храпишь. Да ты не храпишь вовсе, ты посапываешь. Да ты улыбаешься во сне. Как дебил. Я больше не буду, хочешь? Ты
понимаешь, что я рядом с тобой себя не чувствую полноценной женщиной. Я не очень внимательный, да? Я не очень чуток. Ты, ты! Ты заткнись! Между нами все закончилось. Все, фуф. Почему, душа моя? Почему, душа моя? Ой, ты когда пьяненькая, такая смешная. Ты не понимаешь, что мне нужны ссоры, интриги, склоки. Ты идеальный. Я не понимаю. Сейчас я тебе объясню. Официант, у тебя шампанское теплое. Так вот в ведре лед. Значит, лед теплый. Лед не бывает теплый. Ты сейчас меня что, дурой, что ли, назвал? Сейчас нахрен пойдешь отсюда и без чаевых останешься. Да пошла ты. Спасибо, идите. Знаешь, о чем я? Вот. Я, кажется, начинаю понимать. Дурашка. Заткнись. Понимаешь, я рядом с тобой себя чувствую тварью. А к каждой твари по паре должно быть. А в нашей паре я одна тварь. Мне одиноко. Да. Вот, ну что ты меня паришь? Я же разговариваю. Ну, я тебе сама перезвоню, когда поговорю. Идиот! Фуф, как кайфанула сейчас. Любимая, а с кем ты разговариваешь? Это... А что я боюсь? Ты же мне все равно не всечешь. Это мой парень. Второй. Ну, не понял. Ты не изменяешь, что ли? Да. Вот ты, конечно, непорядочная. Чего ты фыркаешь? Чего ты фыркаешь, слюни свои разбрасываешь? Свинья неблагодарная. Зараза ты бессовестная. Хабалка кучерявая. Проститутка! Зафиксируйся. Алло, не звони мне больше. Я тебе сказала, больше не звони, все, чао. Вот дрянь. Там что ты говорил? Там тварь, свинья, шалава. А, шалава, ты не говорил. Шалава! Вот сейчас сказал. Ты, Толя, ну, пожалуйста. Да пошла. Ну, прости, прости меня, пожалуйста. Прости, я больше не буду. Уф, сейчас как кайфую. Прям такая драма разворачивается. Ну, пожалуйста, я больше не буду, но я очень тебя обожаю. Ой, коленка. Натусечка, коленочку ударила, милая моя, прости меня, пожалуйста. Да, ну да. Все говорят, что хорошие, да. Ага. Виталик, поправь меня. Кать, ты роскошно выглядишь, да и номеров идешь. Сегодня нету. А на поклон я лохудре должна выходить, что ли? Кать, ну что ты, все нормально у тебя, ну? Я знаю. Вон, видишь, Варнава сидит? Ага. Ты когда-нибудь был у нее на дне рождения? Нет. И я не была. И никто не был. А знаешь почему? Почему? Потому что ей 63. Да ладно. Ну, тут, конечно, не до праздников. Вот-вот, да. Послушай, я думал, ей 40. Ты дурак, 40 — это Полине. Вон оно что. Да, это я тебе говорю. Кать? Если... Да. Тут женщина говорит, что твоя одноклассница хочет с тобой поздороваться. Да, давай, конечно. Да. Сколкина, я же Машка Румянцева, ты меня узнаешь. Ну да, Машка. Ну ты вообще прям... Роскошная, ну, звезда. Дай хоть я тебя обниму. Да, конечно. А ты что здесь делаешь? Да я в массовке участвую. А, вот ты. Так, все, встреча одноклассников закончена. Вам пора на сцену. Ну, все, идемте, идемте. Капец. Че, она просто 8 раз на второй год оставалась. Иди ага, отсюда вообще. Ага, 8 раз. У
уважаемые телезрители, вот наверняка многие из вас мечтают попасть на съемки какой-нибудь телевизионной передачи. Но если бы вы знали, какой это тяжелый, сидячий труд, вы бы лишний раз порадовались тому, что вы посмотрели эту передачу, сидя у себя дома на диване. Ну что ж, давайте узнаем, что же такое массовка обычной любой телевизионной передачи. Скажите, а съемки скоро закончатся? Новенькая, что ли? Ну да, первый раз. А я сразу поняла, что ты новенькая. Сидит, ерзает, жопа, ты не привыкла. Да, думаю, сегодня спать стоя буду. Школота, меня загибай пальцы. И сегодня багажники в битве экстрасенсов ищут. Вот. Потом к барьеру Жириновский мне в харю плюет. А потом ноги в руки и бегом на танцы на ТНТ. Да. Я нижний брег неделю учила. Говорят, дальше возьмут. Им фрики нужны, а я фрик. Молодец! Молодец! А я, между прочим, ходила на голос. И сидела прям за Градским. Ой, здорово. А кого там выбрали? Ну, откуда я знаю? Я же за Градским сидела. Там ни хрена не видно. Тоже мне Градский. У меня уже Билан советуется, кого себе команду брать. Думаешь, куда он поворачивается, а? Марго, 22 года, фрик. А меня, между прочим, на поле чудес за 2000 позвали. И я отказалась. Я себя не на помойке нашла. Ага. Там девки, которые шкатулки выносят, уже старше меня выглядят. Барабан уже 3 раза меняли, а девок ни разу. Знаете, говорят, что у Якубовича под усами мертвого мамонта нашли. Я же говорю, что я фрик, да? Слушай, а сегодня какой день? Суббота. Ядрить твою, а? Фух, я же на контроле закупки дегустацию уксуса пропустила. А ничего, в воскресенье пойду. Там они по воскресеньям ветчину жрут. Стоп, съемка! Так, мертвые в зале есть? Живая, слава богу. Еще 14 часов и все, отпускаю, клянусь, то... Так, почему 2 седых рядом посадили? У нас молодежная передача! Перетели через человека! Быстро, быстро! Внучок, можно мы останемся? Внучкам бабушки деньги дают. Тут я вам плачу, понимаете? Да-да-да. Так, давайте, давайте, живем в кадре. Аплодируем, аплодируем. Давайте, 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 живем. Ну вот. Кому колоть инсулин, колем по очереди. Шприц один, давайте, держите. Поехали, поехали, поехали. Новенькая, ты главное НТВ не ходи. Я последний раз, когда была, мне весь пуховик кровью забрызгали. Нет, 500 рублей, конечно, заплатили. Но пуховик-то 600 стоит. 100 рублей в минус ушла. Ой, а меня позвали на первый мистический. Ты ополоумила, что ли, а? Что? Ты что, там половину оттуда не возвращается? Там черная дыра. Меня там у приятельницы волки мать сожрали. Ужас. Да. Там до этих, которые в смаке траванулись, отправляют туда, да. Ну, там следы замести, да. Кошмар какой. А куда посоветуете сходить? Да не переписывай ты на него, ни хрена он все пропьет! Слушай, ты к Малахову сходи. Да, хорошая у него передача. Правда, у тебя там может карлик поцеловать или за дога выйдешь замуж, но... Зато он лично каждую бабку после программы до дома доводит. Да какая ты мать после этого? Слышишь, новенькая, и жилетку обязательно с собой двустороннюю бери. Зачем двустороннюю? Да ты чё? А если 2 программы снимать будут? Перевернула. И все, новое лицо в кадре. Классно придумали. Обижаешься. Мы же динозавры массовки, да? Стоп, съёмка! Так, кто так хлопает? Кто так вяло хлопает? Будь так вяло хлопать, отлично, буду руки отрубать и передачу к Малышевой отсылать, понимаете? По всей Москве руки ищут, у них тема «Сухие ладошки». Чего ты прячешь? Я вижу, ты вяжешь. Стала ушла отсюда, в черном списке.
Хурма старая, вяжет она здесь. Давай, 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 давай. Видали? Так, сомкнули ряды. Заполнили пустоту. Быстро, быстро расставили локти. Работаем, все, хлопаем, давайте. Слышите, а что он такой злой? Ему, наверное, женщина нужна. Женщина? Да ты че, он же гей! Кто? Гей? Они тут всем рулят. Да ладно, геи всем рулят? Стоп, съемка! Кто сказал гей? У меня 23 микрофона. Я каждую вашу отрыжку слушаю. Кто сказал гей? Так встала. Подняла свою гетерозадницу. И ушла. Тебе говорю, гомобабка. Ты у меня в черном голубом списке будешь, поняла? Деревня интолерантная. Ходит она здесь. Ей, взяла. Так, спартанцы, сомкнули ряды. Что это за кислотница с фиолетовыми волосами? Сняла шапку. Это не шапка, это мои волосы. Я тебе дам волосы. Какие-то волосы. А ну-ка, сняла шапку. Ну вот, все нормально. Держи шуршуны. Так, Никита, четверка, сними лысую, ошарашенную. Скажем, что это Стас Костюшкин без грима, ага. Давай, работаем. Марго, фрик. Что, какая остановка? Никакая не остановка, мы на съемках. Цветы! Достаем цветы и кидаем в зал! А вы почему не кинули? Ну что, больная, что ли? Я их в метро за 700 рублей загоню. Стоп! Еще дубль! Кто не кинул букет? Марго, 22 года, фрик. Фрик, говоришь? Ты еще фриков не видела. Сейчас этот букет, знаешь, где у тебя расцветет шаромыга? А ну пошла отсюда! Пошла! Россия! Спасибо, спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо, спасибо, спасибо. И вам, бабуля, спасибо большое. Вася, что, вообще, что ли, ополумил? Прости, Марина, обознался. Прости. Че? Еще чуть-чуть, и ты тоже будешь сиськи в трусы заправлять. Обычные люди ходят в стриптиз-клуб, чтобы получить удовольствие. А вот в сургутский стриптиз-клуб люди скорее ходят погреться. Лариса, вот так-то жарко в шубе сидеть, а? И в шапке-то. Че не сказала, что мы на светское мероприятие идем? Я бы под шапку хоть прическу навела. Ты бы свои три пера чесала бы вечно. Ну бы только завтра бы приперлись. Сейчас все уладим, не волнуйся, Валюш. Человек! Добрый вечер. Чем я могу вам помочь? Давай-ка сделай нам кондер покомфортнее. Градусов на 5-7. Да? А то у шеста еще никого нет, и мы уже в запреле. Давай речь, а то у меня сейчас от жары писец на башке оживет. Вы понимаете, просто плюс 5 это очень холодно. У нас тут стриптиз, люди раздетые работают. Красавчик. Я как-то раз на рынке в минус 27 на картонке 14 пар брюк перемерила. У меня от холода цвет глаз поменялся и ничего. Вас устроит, если я вентилятор принесу и на вас направлю? Устроит. А, чуть не забыла, и водочки нам. Литр 400. И фисташки.
Так это что, это женский стриптиз, что ли, а? Или это мужской? Ну, блин, ну ты что не предупредила, а? Я бы свои очки для стриптиза взяла на -5. Я же без них пистонов-то не увижу. Нет, Валюша, это женский стриптиз, тут очки не нужны. Тут пистонов не будет. Тут пистоны мы будем вставлять. Хорошенькая, правда? Лара, ты что завелась-то, а? Ты успокойся, а? Это не я, это мужики говорят, что хорошенькая. А-а-а. Знаешь же, да, к кому от меня мой Витька ушел? К бабе? Валь, тебе на битву экстрасенсов надо. Конечно, к бабе, Валя. Еще ладно бы к мужику ушел. Я бы его как-то поняла бы. Ну, подумаешь, больной человек. Какой-то хромосом у него там лишний, задний. А тут нет, к бабе ушел. А конкретно вот к этой самой бабе. Не, да. Серьезно, что ли, Лара? Мать, ты что, в двух шапках? Ну, естественно, ноябрь! Водочка. Ты мой хороший. У меня одна версия в голове вертится. Приворот. Живым от такой не уйдешь. Ты же знаешь, да, у меня Витька на трубном заводе работает. Ага. И у него в жизни две страсти – трубы и бабы. Видимо, решил совместить. Видимо, да. Мы же с ним как познакомились? Я в студенчестве очень неплохо метала копье за училище. А он как раз там стоял, курил. Так сказать, попало мое копье ему на задний двор. Я его потом еще 5 лет канапешкой дразнила. Лар, ну так-то у тебя ноги тоже сильные. Помнишь, ты в прошлом году на шашлыках ногой пень пнула? Его пополам расколола, а? Все еще подумали, что в него молния ударила. А вот если ты вспомнишь, то я еще тогда и мангал еще горячим разобрала. О, ручищами. А, вот этими прямо руками. Ой. Так вот, те ожоги, они на руках были. А этот на сердце. Ой, Ларчик, не говори. Лара. Ты глянь, твой ходок, походу, к Ленину цветы возлагать пришел. Я так гвоздик надыбал, смотри. Не побоялся надеть дубленку, шапку только что постиранную, еще влажную напялил, а? Мерзлота сургутская, мамонт хренов. Как не закоченела. Ты смотри, а вертит она им как хочет. Зря она, кстати, перед ним вертится. У него вестибулярки вообще нет. Он поэтому со мной «Поле чудес» не смотрит, его от барабана укачивает. Валь, ты когда-нибудь видела полярную сову? Не-а. Сейчас увидишь, смотри, как башку на 180 градусов повернет. Витенька! Видишь, думает, послышалось. Сейчас еще и покажется. Витенька! Лариса? Лариса, Лариса, а ты же в командировке в Нерюнгри поехал. Трубы повез на новую скважину, да? А оказывается, вот она скважина-то вокруг трубы крутится. А старую-то скважину что забросил? Там полезных ископаемых. И злость, и месть, и мать моя тебя ненавидит, того гляди, фонтан брызнет, ой! Это, Лариса, ты меня что, бить будешь опять, да? Нет, бить я тебя не буду. Била я тебя, когда ты мне ножом, которым селедку чистил, лимон отрезал и в чай брось. А сейчас, внимание, сюрприз. Валюша, давай снимай эту вертелку с шеста, только за волосы не бери, она тут уже столько крутилась, может током долбануть. А я займусь сюжетом для «Криминальной России». Мадам Юла, прошу вас.
Ух, Витюша, сейчас я тебя буду заново в себя влюблять. Это же как сережки. Один раз ухо проколол, дырочка остается. Лови мою любовь, канапешка моя! Ой, лапчик, давай, давай, лапчик! О! Потрясающе, прекрасно, спасибо, просто ой, браво. Ой, спасибо. Простите, пожалуйста, вы же Варта? Да. Ага, скажите, пожалуйста, а что с долларом будет? И с евро. И вообще, что с Россией матушкой станет, а? Морозова, ты сумасшедшая? Это не Ванга, это Варда. Чемпионка мира по полдэнсу Варда Мартиросян. Ну так с Ельцином же она угадала. Морозова, иди отсюда, а? Простите, Варочка, и спасибо вам огромное. Спасибо вам, извините, большое, всегда мечтала высоко на вашей сцене. Спасибо. Спасибо. Вася, проводи гостя. Ну скажите, а в чем деньги-то хранить? В нижнем белье. Ага. Фу, Кать, что ты делаешь, а? Это ретивир. Я тебе что, собака, что ли? Что за ретивир? Чтоб ты вкусно пах, пошли в постель. Постель? Угу. Пойдем. А где она? На сцене. О, ты что, любишь делать это при зрителях? Да, я хочу, чтобы все ржали. Девушки, запомните, больше женских журналов парни ненавидят только тесты в женских журналах. Олежа, а давай пройдем тест и посмотрим, какая мы с тобой пара. Кать, да это все такая фигня, а? Давай спать, я устал. Первый вопрос. На что ты готов ради любимой женщины? Ох, ради любимой женщины, Катя, я готов терпеть, что она замужем за Брэдом Питтом. Дурак, что ли? Я твоя любимая женщина. А вот это, Катя, я терплю с трудом. Спи давай. О, ты наверняка не помнишь. Вот когда мы с тобой познакомились? 23 февраля. Правильно. А когда первый раз поцеловались? 8 марта? Верно. А когда у нас был первый секс? 9 мая. Блин, правильно все. Как ты все запомнил-то, а? Подожди, это все по праздникам же было. Вот и продуманный, конечно. А предложение ты мне сделал 16 июня. Ну, на день Столивара. Дурак, что ли, а? Благодаря этому тесту мы можем понять, насколько мы совместимы. Ой, Катя, я тебе сам отвечу, насколько мы совместимы, а? Мы с тобой отлично совместимы. У нас с тобой даже одна группа крови. Ты мне жена, друг, товарищ и даже донор. Все, спи давай. Можно и поласковее. Спи давай, моя кровинушка. О, вот, интересный вопрос. Насколько ему важно знать, что именно тебе хочется в постели? Ой, слушай, Катя, это уже перебор. А тебе самой вот неинтересно узнать, что мне хочется в постели? Ну, и что тебе хочется в постели? Спать, Катя, мне хочется спать. Мне с утра на работу, что непонятного? Да все, все. Выносит ли он ссор из СБ? Слушай, Катя, единственное, что выносит в этом доме, это мой мозг, понятно? Ой, не преувеличивай, там даже выносить-то и нечего. От кого это я слышу? О, вот смотри. Знаешь ли ты тайну, которой можно было бы его шантажировать? О, да. Что за ерунда? Что ты там отмечаешь? Что за тайна? М? Да ладно, зайка, так не нервничай. Чего ты прям расстроился? Не переживай, я никому не расскажу. Я знаю, стресс и возраст. Так бывает. Слышишь? Может, мне надо просто полежать и отдохнуть? А ты у друга своего спроси, он-то точно знает, как полежать и отдохнуть. Какого друга? Я же говорю, там и выносить-то нечего. Делитесь ли вы секретами?
Олежа, вот ты бы хоть бы раз взял бы и поделился со мной каким-нибудь секретом. Катя, я вчера там в туалете смыть забыл. Все, спи. Фу. Мерзота. Что он выберет, рыбалку или поход в театр? А что ты мне задаешь вопросы, на которые ты сама знаешь ответ? Я не могу в тесте отвечать за тебя. Ага. То есть на выборах отобрать у меня бюллетень и проголосовать ты можешь, да? А в журнале не можешь ответить. Ладно, все, давай дальше. Бывает ли такое, что во время разговора с любимым человеком вы в этот момент думаете о чем-то другом? Катя, а ты никогда не обращала внимания? Смотри, на обоях вон тот узор похож на твою мать. Если ты еще раз что-нибудь скажешь про мою мать, я скажу, на кого твоя мать похожа. Да, и на кого? А ты смывать не забывай. Слышь, ты что, совсем? Раз не спится, давай дальше. На чем держатся ваши отношения? Катя, наши отношения держатся на статье 105 УК РФ. Убийство, понятно? И вообще, я больше на твои тупые вопросы отвечать не собираюсь. Если ты не будешь отвечать на мои вопросы, у тебя месяц не будет секса, понял? О, напугала. Значит, у тебя тоже месяц не будет секса. А я про себя не говорила. Чего? О, все, закончился. Ну? 99 баллов. Мы с тобой идеальная пара. Теперь можно спать. Наконец-то. Катя, ну все, вот мне не спится теперь. Сон прошел, спасибо. А что бы мне такого поделать, а, Кать? А может быть, почитать мужской журнальчик, а? И разгадать там какой-нибудь тест, а, Катя? Катя, вот смотри, интересный вопрос. Первый вопрос. На что лучше всего ловить карася, а? А, мормышка. Б, червяк. С, каша. И Д, на журнал. Олежа, ну Олежа! Down on Milligan's to never reach for Turkey. As a hitch and I take it to from Maine to Albuquerque. A lost time in the pubs that's ball and what is twice as sad. But social circles spin too fast for me. My own. The green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, I'm all alone. When I love my love, it's one plenty. It's a turn. Добрый вечер! Вас приветствует самое лучшее в мире шоу. Comedy Woman. А лучше оно, потому что женское. Ром, понимаешь, нужно стоять на своем месте. Вечно под ноги лезешь, блин, достал уже. Стоп, 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 ты сейчас не прав. Это ты влево-справа ноги пошел, а не я. Ведь мы же репетировали. Вот именно на репетиции ходить надо, понимаешь? Мы вчера все поменяли. Ты танцуешь еще как баба. Сам ты, блядь, сам ты, Давай! Парни! Вы что, вы же танцоры. А танцоры решают спор в танцевальном батле! Да-да-да, я люблю батлы! Марина! Трой, понял? В смысле, он первый начал? Беги, брат, это свободы. Блин, что происходит вообще, а? Это потому, что я белый, да? Жень, Жень, тут... Что это такое вообще за драка, а? Дерутся, как бабы. У нас в Перми вообще такое месиво бывает. Да у нас в Перми вообще танцевать опасно. Где эта уборщица с ключом? Где этот паспорту-то с бабры? Ну, быстрее! Ну! Заходи, Недержалкин! Сама ты Недержалкина. Вы что, тут спите? Ой, занимайся своими делами. Я уже перехотел. У вас вроде такой тут это, будуар. Я вашу вазу возьму. Обратно положи. Сюда и положи. Вам мой тагун. Порке? Асафриоги.
Наталья Андреевна, вам на сцену. Да, да, иду. Модное увлечение последнего года – это селфи. Все фотографируют себя на телефон где угодно, с кем угодно, на фоне чего угодно. А самые предприимчивые даже организовывают курсы для желающих повысить свое мастерство в этом модном занятии. Давайте. Приветики, чмаки-чмаки. Я рада всех приветствовать на курсах художественного селфи имени Анны Седоковой. Клапочки, клапочки, клапочки. Ну что, раз уж мы стали семьей, предлагаю сделать первое групповое секси. Кучнее. Блин, не получилось. Да. Извините, а можно нас попросить выйти из кадра? Ну, конечно. Давайте еще раз. Ну вот уже кое-что. Надо закинуть в Инстаграм с хэштегом «Дурачимся». Итак, девочки, вопрос от учителя. Почему у нас не получилось селфи с первого раза? Тень неправильно упала. Как вас зовут? Ирина. Ирина, вы не правы. Селфи – это вам не просто три буквы. Это, дорогие мои, целая наука. А как же пословица «селфи сделаю всегда, лишь была бы одна рука»? Это придумали поэты из «Дома-2». Угу. Ирина. Да. Вы же Ирина? Да. А вы не могли бы отойти подальше? Да. Угу. Сюда? Подальше. Сюда? Подальше. Сюда? К швабре. Ага. Да. Ну что, мои зайки, а сейчас разберем ваши ошибки на примере селфи, которые вы мне прислали. Итак, первое селфи. Ирина, вопрос на присыпку. А почему на этом селфи только кусок вашего лица? Ну, потому что у меня ручки короткие. Ну тогда куда вы лезете? Для того, чтобы сделать идеальное селфи, длина руки должна быть не менее 85 сантиметров. Ну, а если меня Боженька такими наградил? Тогда вон и селфи. Ручки у нее коротенькие, смотри-ка. Тренироваться надо, Ирина. Виси на турнике. М? Носи сумки со строительной смесью. Едешь в метро по эскалатору, схватилась за фонарь и держи, 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 держи. До полной остановки эскалатора, понимаешь? Тренировка, селфи. Девочки, это спорт. Это пальчик в кровь, понимаете? Это слезы по ночам. У Джастина Бибера какие маленькие ручки были. Человек сам пописать не мог. С ним специально человечек ходил. Вот какие маленькие ручки были. А потом 2 недели тренировок, и все, ручки по земле волочатся. Вот такие длинные ручки стали, понимаете? Следующее селфи. Вот это хорошее селфи. Правильный ракурс, интересная улыбка. Но есть один маленький минус. О, блин, я так и знала. Фильтр неправильно подобрала. Да бог с ним с фильтром, милочка. Вы сидите на унитазе. И, судя по довольной улыбке, уже все сделала и собралась вставать. Ирина, вы крещеная? А сейчас, мои миленькие, мы разберем все правильные ракурсы для селфи. Начнем с основного. Язычок. А, это типа как воблу ела и соль осталась, да? Ну, типа того. Следующий ракурс – скрытое селфи. Не смотрим в камеру, как будто нас фотографируют со стороны. Ой, я когда в камеру не смотрю, не могу на кнопку попасть. Тогда попробуйте следующий эффектный ракурс – взгляд Бога. Головку запрокинули направо, подбородочек подняли, смотрим наверх и фотографируем себя как будто сверху. Взгляд Бога. Ой, мне, по-моему, шея щеманула. Меня
боженька наказал за то, что я взгляд Бога делала. Недели на две точно. Потому что надо было размяться, Ирина, ну. Так, а теперь давайте в конце занятия сделаем еще раз групповое селфи. Может, все получится. Извините, а можно попросить выйти из кадра? Да что ж такое-то, а? Наталья Андреевна, по вашему распоряжению хозблок построен. Прекрасно. Значит, слушайте мои команды. Ты! Никого не впускать, никого не выпускать. Yes, man. What did you say? Yes, man. Отлично. Ресницы красить, лица пудрить. Не сейчас. Ангарскую не кормить, Сысоеву кормить. Есть. Что есть? Ангарскую не есть, Сысоеву есть. Так, теперь вы. Папа, этому не ходить, меня не кантовать. В туалет только по острой необходимости. Хорошо. Не слышу! Будет сделано! Все, пошла! Че, встали за работу? Встали они! Долгой разлуки не всегда бывает приятная встреча. Особенно, если это разлука по решению суда. Надюш, я же на зону по ошибке попала. Меня же родная сестра-близнец подставила. Она овчара, как волков, цирк продавала. Да, судьба злодеюшка. Ой, ну вот что рассказывают, а? Все нормально у нас в тюрьмах. Понаснимают сериалов, жизни не знают. Слушай, переключи лучше на битву экстрасенсов. Там сейчас длинная худая будет веткой мать искать. Мамаша, не умрите раньше времени. Женщина, вы кто? А вы кто? Я только ее знаю. А ты проходи. Выпустилась? Выпустилась я с филфака. Откинулась. Татьяна Тимофеевна, а кто это? Ты проходи, миленькая. А ты чего не предупредила? Мы подготовилась, ну, написала бы хотя бы. Батарейка села. В пейджере. Сейчас размах временной пропасти. Да кто это? Ты приходи, миленькая. Сейчас чай попьем. А у нас все по-старому, прям как при тебе. Да, там ваша спальня. Я туда никого не пускала. Я теперь там спать буду. А чего это? Подальше от параши. Какой параши? От вотер-клозета, мамаша! Понятно, Ириночка, я вам не рассказывала. Вот, но, видимо, пришло время. Это моя первая невестка, Зинаида. Вот, ее на 15 лет посадили за то, что она в кинотеатре фильм сняла. Ужас. Я сняла, да? Ну, что ты ругаешься? Ну, взяла я твой фотоаппарат. Ну, откуда я знала, что он видео снимает? Вот, там уже такой фильм там был беспонтовый, «Титаник», да. Я ж специально для деда старалась. Фотографию двери хотела сделать, которую надо на дачу поставить. Они там еще на этой двери плавали полфильма. Заткнись! Да что вы себе такое позволяете? Мы тут едим. А знаешь что? А пошла вон отсюда. Жили как-то без тебя и дальше проживем.
Че стоишь, пошла вон, говорю он! Мама! Да какая я тебе мать! Вон моя доченька. Сели на шконку. Зинаида, подождите, здесь я вам сейчас все объясню. Здесь произошла какая-то путаница. Путана ты, а не путаница. Ходит тут паразитка такая. Сыну моему голову кружит своими сиськами. Какими сиськами? В том-то и дело, что никакими. Ой, Зиночка, столько всего произошло. «Титаник» в 3D вышел. Но мы без тебя решили не ходить. Муж мой, где? Игорек? Игорь Валентинович еще на работе. Я пойду ему, вам, нам ужин разогрею. А дочь моя где? Настя! А Настя дома? Настя, охламонка, иди сюда быстро! Ты посмотри, кто приехал! Ты посмотри! Что за лошадь? Где моя дочка? Да ты что, Зиночка, это ж дочка твоя. 15 лет прошло, не узнаешь. Да ой, какая судьба у нашей семьи тяжелая. Да не пойду. Иди целуй, сказала. Здрасте. На. Подарок тебе. Что это? Барби. Барби? Что-то она не похожа на Барби. Ну, сложно из хлеба похожую сделать. Зачем мне Барби? Я уже выросла. Ах ты, паразитка неблагодарная! Мать такую куклу ей сделала, а она... Да если б мне мать такую куклу сделала, да я бы ее зацеловала! Да что там, я ее и так могу! Миленькая... Как в школе дела? Да я закончила школу. Дневник неси. Хоть дневник. Мать сказала дневник неси, значит неси. Хватит меня лизать, фуфлыжница. Так, все. Ладно, вижу, живете вы тут хорошо. Пойду я. А вы живите дальше. Это вам. Вот вам. А это что, доченька? На завтраках экономила. Всем стоять! Деньги у нас, противник не сопротивляется. А что происходит? Ну что ж, а теперь я вас подожду. Уф! Че, Наташ, с номера идешь, да? Ну да. А я вот без номера сижу. Ну, со всеми бывает, Катюш, ну. Нет, со всеми, может быть, и бывает. А я не все. Ты понимаешь, что половина зала, которая приходит, они приходят смотреть на меня? Слушай, ты знаешь, я сейчас была на сцене, и там полупустой зал. Я сейчас поняла просто, почему. Ты серьезно? Ну, сходи, посмотри, реально. Я схожу, посмотрю. Сходи, посмотри. Ах ты, ты мелкая, а? Я кит. И китяра. Ну, если вы вспомните старинную модель мироздания, то я кит, на котором стоит весь этот хрупкий мирок Comedy Woman. А уже потом всякие носатые слоны, деревенские черепахи и прочие твари. Катя. Чего? Слушай, я тут подумала, правда, как-то неудобно. Я лучше отдам тебе свой номер. Вот. Серьезно? Ну да, вот тут. Вместо меня роль. Да? Конечно. Угу.
Салон поддержанных женщин? Ну, тварь армянская, а? Женская интуиция всегда выручает, когда мужская логика уже не работает. Давайте представим, если бы все детективы были бы женщинами. Дороги! Уберите отсюда всех! Почему посторонние на месте преступления? Не ори, а то сейчас здесь будет два трупа. Вы главный? Да, капитан Джек Мустафин к вашим услугам. Вы свободны, капитан. Теперь это наше дело. Ха, девочки, если вы из клининговой службы, то вы приехали слишком рано. Сейчас мои ребята поработают, и вы сможете убраться. Очень смешно. Мы агенты ЖБР. ЖБР? Это что такое? Жизнь без работы, что ли? Или, может, вы варенье торгуете? Жимолость, брусника, рябина, а? А, о, ГБА! Чё? Говорите без аббревиатур, тогда у нас с вами дела пойдут быстрее, а? Женское бюро расследований! Ой-ой-ой-ой, женщина, а чё вы так напряжены? У вас там чё в ЖБР? ПМС? А? Удивительно, как такой умник до сих пор не раскрыл это преступление. Что на камерах видеонаблюдения, Эйнштейн? Нет, нет на камерах видеонаблюдения Эйнштейна. Чувствую, наша совместная работа будет сплошным праздником, а? Мы не работаем вместе, ЖБР берет это на себя. А вы лучше сходите, купите мне 3 пары колготок, запасные труселя, 3 пиццы и журнал «Татлер». О, чувствую, мы тут надолго, мальчики. Пойдемте. Я, кажется, только что наступила на улитку. Может быть, на улику? Да нет! Если бы я наступила на улику, я бы так и сказала. А так я наступила на улитку. И она ползла по полу, и я ее... Извините. Ну что ж, извиняться теперь. Надо обвести мелом второй труп. Что скажете, док? Отличные сиськи. Я по преступлению. А. Убийца точно женщина. Жертва долго была связана. Видимо, преступница не могла определиться, в каком платье ее убить. Судя по большому количеству следов от каблуков на линолеуме, она перемерила кучу платья с разными туфлями. Да, после этого она тщательно убралась. И наготовила кучу еды, полный холодильник. Если хотите, сходите на кухню. Там есть пицца. Мы на диете. А я не на диете. Это приказ. Да блин! Судя по гематоме на голове, она умерла от удара тупым предметом. Да, ее ударили тобой. А то, что у нее дыра в башке от пули, тебе ничего не говорит? Вы, как всегда, правы, капитан. Экспресс-анализ крови показал, что ее сначала отравили, а потом убили. Кстати, док... Это ваш кофе? Аккуратно, очень горячий. О, то, что нужно. Что ты делаешь? Проверяю, точно ли она умерла. Она вдруг притворяется. Ну и как? Умерла? Ну, либо умерла, либо очень хорошо притворяется. Сильная, терпит кипяток. А то, что у нее дыра в башке, тебе ничем не говорит? Так, давайте не делать поспешных выводов. Это главная ошибка следствия. Так. Есть ли что-нибудь странное, док? А мне кажется, правая чуть больше, чем левая. Я по преступлению. А, да. У нее 42 зуба. Наверное, была большая скидка на импланты. Выясни. Будет сделано. Что ты делаешь? Положи на место, это улика. Ну блин, у меня такой помады никогда в жизни не было. Сейчас накрашу, положу. Между прочим, этот цвет соответствует в точности цвету помады на бокале. А судя по отпечатку, пили либо вот так.
Ну, либо здесь был Стив Тайлер. Итак, что мы имеем? А у меня две машины, обе на мужа, квартира, шуба имеется, да. Я про преступление. Слушайте, извините, я текст забыла. Накиньте, пожалуйста. Стоп, камера! Актриса, а можно четко по тексту? Да кто в кружку реальный кипяток налил? Я от боли адской мучаюсь, а ты не можешь слова нормально запомнить. Гримеры, поправьте грим жертве. Девочки, давайте там соберитесь. Слушайте, а что мы тянем, а? Мы порно снимаем или второй сюжет Шерлока Холмса? Да реально, что такая долгая прелюдия? Давайте уже переходить к допросу свидетеля, ну. Полицейские киски, сцена первая, дубль четвертый. Так, продолжаем с бокала во рту. Выходит свидетель. Я извиняюсь, что отвлекаю вас от засовывания бокала в рот, но у нас появился свидетель. Может, он как-то сможет прояснить ситуацию? Я как старшая по званию допрашиваю первое. Пошли. Пошли. Театр – это одно из древнейших искусств. Но бывают такие актрисы, которые старше любого театра. Давайте посмотрим. Что происходит? Я собрал вас в подвале нашего театра, чтобы решить один моментик. Ага. Надо снять заслуженную, народную, конечно, талантливую, но уже, к сожалению, мягко говоря, дряхлую Марину Гавриловну Штольц с роли Джульетты. Правильно. Потому что я один это сделать боюсь. Ну правильно. Вот. Это тварь она. Вот. Да. Но кто ей об этом скажет? Ну, в принципе, должен сделать и я. Потому что я директор вашего театра, но вы же знаете, у меня плохая свертываемость крови. Если на меня пырнет, я потом пол оркестровой ямы крови залью, а потом ищи свищи фагот, а он на подотчете, понимаете? Поэтому примем решение коллегиально, а скажет ей об этом она, Дюймовочка. Почему сразу я? Ну, во-первых, у вас в труппе самая широкая кость. Правильно. Во-вторых, извиняюсь, вы самая бездарная, а что? Правильно. Так и есть. Не может быть, Джульетта старше Ромео на 75 лет. Спасибо, Марк Семенович. Вот, парню 16. Марк Семенович, мы вас, безусловно, поддерживаем. Но Марина Гавриловна, она же умрет без тебя. Не умрет! Ну... Не умрет, я вам говорю. Она нас всех переживет. Всех! Она еще с наших могил будет конфетки сосать. Добрый вечер. Вечер добрый, Марина Гавриловна. А мы вас по всему театру кличем, свищем. Марина Гавриловна, Марина Гавриловна. Думали, вы отдыхаете, а вот она, здрасте. А я, значит, лиси, сижуся в гримерке. Слышь, что там в подвале пищит. Думала о мыши. Спускаюсь, а нет крысы. Марина Гавриловна, поберегли бы вы себя. Ей-богу, умрете на сцене, Марина Гавриловна. А я каждый спектакль умираю вместе с Джульеттой. А ты вот халтурщик. А я смотрю,
весь гадюшник в заборе, да? О чем шепчемся, молькулистная? Слушайте, а? Ну это невозможно, Марк Семенович, а? Ну скажите вы ей уже, а? Ведь трагедию играем, а зритель ржет. Джульетта выходит на балкон, а балкон вот так вот прогибается. Это знаешь ли, это у тебя вот так, а должно быть вот так. Театр любить надо, понимаешь? А ты шабашник. Марина Гавриловна, ну правда, ну и, ей-богу, это пятый Ромео уже. И в чем проблема? Проблема в том, что двое первых уже умерло. Понимаете, Ромео умрут, мы на венки тратим всю нашу зарплату. Вот именно. То есть Джульетт вас смущает, да? Вот три вот этих сестры вас вообще не смущают. Одна брюхатая, вторая... Третья пудру ворует. Как вы смеете? Я не ворую пудру. Ты... А пудру ворует вон она. Марина Гавриловна, ну, вам же уже 90. Заткнись. А так где это? Видно, чтобы дюймовочка больше крота была. Это же вместе с норой, знаете ли. Так сказать, даже не брутто, а нетто. Согласен, Марина Гавриловна, согласен. Мы этот вопрос взвесим и уволим. Послушайте, ну мы вас не выгоняем. Мы оставляем за вами роль старухи из Эргиль. Как старухи из Эргиль? Вы же мне обещали роль старухи из Эргиль. Слушайте, мне уже надоело 12 лет овощи играть, а? Сколько можно? Роль старухи из Эргиль моя! Ой, милочка, Ванючка, пересядь-ка на задние грядки. Смрад невыносимый прям. Слушайте, это не от меня, это от костюма, понятно? Когда вы Золушку играли, Ванюча такая же стояла. А ты вообще заткнись! Что такое-то? Да, ну, да, все, давайте по делу, товарищи. Вот, давайте по делу, кстати. И я предлагаю вот все собраться всей нашей бездарной шоблой, значит, скинуться по 300 рублей и отметить Новый год тесно, так сказать, кругом, без осветителей, звуковиков и вот этой Ванючки. Кто согласен? Я вот здесь румяна. Куда? Сели. Все. Беру в руки себя, Марина Гавриловна. Фу-па. Мы коллегиально снимаем вас с роли Джульетты. Кто за то, чтобы единогласно... Я родилась Джульетта, я и умру Джульеттой. Вот кто? Кто вот кроме меня? Кто? Согласен, в нашем театре никто не рискнет, да. Но есть же другие театры. Вы же не учли. Кристиночка, детка, вставай с петуха. Вот она. Смотрите-ка. Молодая, талантливая, беспринципная. Небрезгливая. Студентка первого курса актерского факультета Института стали и сплавов. Поздравляю, милочка, какая прелесть! Насосала Джульетту. Ну что вы, бабушка? Нет, я где-то слышала, что театр начинается с вешалки. Но чтобы вешалка играла Джульетту, это нонсенс. Сказал бы человек с другого театра, а я говорю, жопа полная. Марина Гавриловна, вы адекватный человек или сундук с маразмом? Второе. Предлагаю честный бой. Итак, шабашник. Встаем. Куда? К барьеру. Начинай. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца и имя измени. А если нет, меня Монтекки сделай, чтоб Капулетти больше мне не быть. Прислушиваться дальше или ответить? Лишь это имя мне желает зла. И я... Эх!
собой не будучи манцеки. Что значит имя? Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. Все, вот она, вот она. Коляска, коляска уже заглядывает. Крем, по-моему. Это химия. Браво! Это было приятно. Действительно. Поздравляю. Дай-ка обниму тебя. Кто за то? Единогласно. Единогласно. Спасибо. Мой гниловатый электорат. Лена Гарин так неожиданно опять стали Джульеттой. Великолепно. Вызовите скорую. Да заткнись, тварь. Вы как Ленин из нашего театра невыносимы. Здорово, да? Ну, вообще, хорошо, молодцы. Все, молодец. Молодец. Пойдем, пойдем, артистка. Буфет. Ну, Марина Гавриловна, как я вам? Справилась? Молодец, Олеська. Хорошо. Нет, честно, вот молодец. Акцентики все так точненько расставила. Паузы такие глубокие, выдержанные. Где надо, прибрала, конечно. Где что поддала, вот, да. Жалко, правда, что ни слова не сказала. Ну, спасибо, тетя Марина. Мне до вас еще далеко. И слов у меня еще пока нет. Ой, слова, слова. Олеся, что такое слова? Слова это пустое. Запомни слова Марины Гавриловны. Хорошего актера зритель должен понимать и без слов. Я вас поняла, тетя Марина. Но передача еще не закончилась. Олесь, а если она вообще никогда не закончится? И вот этот вот накал-то как должна сбросить? Ну хорошо. Ну только чуть-чуть. Чуть-чуть, конечно, ты что? Совсем чуть-чуть. Ой. Вот, вот, мне еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот. Ой. Вот, все. Все, пойду маме позвоню. Переживает за меня. Федя, ты что, маме идешь звонить? Ну. А дай-ка я ей тоже пару слов скажу. Да. Женщину себе выбирайте. Да так, присматриваюсь пока. Прошу обратить внимание, максимальная комплектация. Уф. Кожаные руки. Сама на зиму переобувается. Климакс-контроль. Ничего себе! Раритет! Да, классика. Слушайте, а можно ее включить, а? Попробуем. Тут у нее механизм специальный, только вы не переживайте, она ручку всегда сама с собой в пакете носит. Че? Ну что это такое? Как она на номер в таком состоянии пойдет? Я вас всех оштрафую. И тебя в первую очередь. А я-то что? Я вообще сделал все, что мог. Мне вообще спасибо надо сказать, что я половину сам выпил. Спасибо, Олег. Это все из-за меня. Мне тетя Мария сказала, что у нее номеров больше нет. С тобой потом поговорим. Ребята, на номер пора всем. Давайте. Ребята. Я честно зло клянусь, я вас не подведу. Я зуб даю. А, мамочки, она мне зуб дала. Забери.
Дорогие мужчины, согласитесь, найти свою действительно половинку, настоящую половинку в наше время – это проблема. Но, я надеюсь, в будущем эта проблема будет решена. Итак, представьте, 2055 год. Прошло 20 лет после презентации первой женщины-робота. Москва – салон поддержанных женщин. Здравствуйте. Женщину себе выбираете? Да так, присматриваюсь пока. А что присматриваться-то? Брать надо. С Нового года акцизы на женщин 2 раза выше будут. У вас уже была женщина-робот? Да, была. Папа с Владивостока на 18 лет привез. Японской сборки праворукую. Как это праворукую? Ну, у него обе руки правые были. Брак какой-то. Да, странно. Вообще японки хорошие. Трудно потом с них на наших переходить. А вообще, что выбираете? Знаете, ну что-то не очень накладное. Да? Тогда вот, отличная модель. А, включить? Ой, добрый вечер, меня зовут Ирина. Я могу поехать с вами куда угодно. Хоть в театр, хоть в музей. А хотите, я прочитаю вам стихотворение? Тучки небесные, вечные страны. Слушайте, выключите, пожалуйста, а что-то тарахтит слишком громко. И, по-моему, это все-таки женская модель. Чего? Да, у меня парикмахер точно такая же, только с перламутровыми пуговицами. Да? Ну ладно, тогда не знаю. Вот, пожалуйста, обратите внимание, если ищете что-то побрутальней, если много времени в лесу или на даче проводите, просто незаменимое. Я тут на дачу ее с собой взял, баню надо было разобрать, так за 2 часа управились. Да? Нормально. А еще у нее хорошая аудиосистема стоит, внимание. Ой... Люська-Люська залетела от залетного орла. Люська-Люська не хотела, залетела, родила. Люська, 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 пожалуйста, Люська, я шансон Люська, не люблю. Ого, как круто! Слушайте, а сколько она ест? Ну, кушает, конечно, много, зато какая мощь. А? Слушай, класс! Я просто боюсь, что я буду с ней от кафешки до кафешки ходить, понимаешь? А, да? Жаль. Мы под эту песенку с ней баню разбирали. Ну что, не знаю, тогда вот, прошу обратить внимание, максимальная комплектация. Уф. О, кожаные руки. Сама на зиму переобувается. В комплекте 3 пары зимних сапог, климакс-контроль. А еще... Стоит система контроля усталости. Если вы с работы усталые приходите, она это чувствует и не пристает. Полный фарш, а? Да, да, да. Только мой совет, нужно сразу ставить хорошую охранную сигнализацию. Очень угоняемая модель. Да, я бы такую угнал. Да. Так ты притрусок, а? Я тебе говорила, все деньги в китайских юанях хранить надо. А ты все доллары, доллары, дохранился. Без штанов остались, все, да? Идиот, убила бы, аж зла не хватает на тебя. Прям убила бы, убила бы. Здравствуйте. Здрасте. Я хотел бы воспользоваться вашей программой Trade-In. Как бы сдать... Твою старую поменять на вашу новую. Я сейчас поменяю, я тебе ориентацию одним ударом ноги поменяю, ты понял, о, да? Я смотрю, уже электроника барахлит, пора выключать. А ты не да, смотри. Да, 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 к ней еще материнская плата каждые выходные приезжает. Понял? Материнская плата его моя не устраивает. Только попробуй меня выключить, руки убери. Как это легко оказалось, я дырку искал неделю. Ну что, выбрали? Да вон она, я еще в первый раз с ней приглядел. Какая ты цаца. Да, отличный выбор, только сами понимаете, доплачивать придется почти полную сумму. Я согласен, включите. Милый мой, красивый, любимый, что ты все время работаешь, работаешь и совсем не отдыхаешь? Как про меня, прям моя жизнь. Я ее забираю. О, отлично, поздравляю, идите в офис, оформляйтесь. О, боже мой, такая левогенькая анорексичка. Жалко, забрали? Да, а что вы хотели? Хорошие женщины долго не застаиваются. Ну, не знаю даже, вот, может быть, вот вариант. Прошу. О, а что это нам моргает? Включена, что ли? Да нет, это отечественные сборки из первой партии. Лада, Галина. Их в Тольятти из старых карбюраторных девяток делают. Госпрограмма «Доступное бабье».
Это какая-то слишком примитивная. Слушайте, а у вас есть что-нибудь эксклюзивное, но недорогое, а? О, а я смотрю, ты ценитель. Загоняй! О, ничего себе! Раритет? Да, классика. Слушайте, а можно ее включить, а? О, честно говоря, мы ее лет 8 уже не включали, но попробуем. Тут у нее механизм специальный, только вы не переживайте, она ручку всегда сама с собой в пакете носит. Попробуем. И... Оп! Чё? К сожалению, не завелась. Видимо, вода в карбюратор попала, не знаю. Ну, вообще, так-то раритет, с каждым годом все дороже и дороже. Плюс прицеп, а? Слушай, я бы двоих-то не потяну. А если заглохнет где, что, на себе эвакуировать потом? Ну да, не знаю тогда. Ага. Я, значит, там умираю в очереди за жидкой колбасой, и он тут баб разглядывает. Ирочка, ты меня не так поняла. Я просто посмотреть, чтобы быть в курсе, чтобы было что с мужиками обсудить, ну. Я тебе обсужу. То есть, значит, как матери киберглаз новый с прицелом, у него бабла нету. А как бабу себе новую выбирать, так пожалуйста. Господи, страшные-то какие. А это что, битая, что ли? А чего вы, не пойму, с ней мучитесь, а? Оставляйте ее здесь, доплатите, мы вам ее поменяем. Я сейчас тебе доплачу и поменяю, понятно? Чё? О, завелась! О, завелась! Всё! Слушай, тут такое дело, просто молодой был, глупый, оригинальности какой-то хотелось, а? В общем, у меня единственная на всей земле настоящая женщина. Так что не получится. Ты еще поговори мне давай, получится, не получится. Ты будешь на баб роботов заглядываться, я тебя вообще на смесители переплавлю, понятно? А сейчас идем домой. Будем смотреть «Дом 2». Там Венцеслав микроволновку с двумя детьми бросил. Ну-ка, быстро домой. For Christmas, what will be my toy? Какой стоп? У нас тут огонь, кураж. Нам на сцену пора, пойдем. Давай. Никуда вы не пойдете. Почему? Потому что у нас новогодняя передача. Нужно соблюдать традиции. Понимаете? Какие традиции, а? Да, какие традиции. Почему на тебе такой карнавальный лук? Ты еще скажи, что мы сейчас будем петь 5 минут. 5 минут. Нет, мы не будем петь 5 минут. Слава богу, да. Спасибо. Мы будем петь другую песню из этого фильма, понятно? По-моему, это вообще позор. По-моему, Comedy Woman уже не тот. Да, ВКонтакте, между прочим, так и пишут как раз. Так, заткнитесь и улыбайтесь. Ах, Таня, Танечка, снится ключи был такой. Служила наша Танечка столовой заводской. Работница питания представлена к борщам. И Танечка, да что ж такое, я не могу пройти. Ля-л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 я-
был в нашем клубе заводском, подвинься, идиот. Всю ночь боярыш ни одной. Ну как так можно сесть? Короче, Катя, я поняла, мы дальше не пройдем. Сдалась ты рано, дурочка. Я лезу через стол. Ля-ля-ля-ля, аккуратней, ля-ля-ля-ля, осторожней, ля. Готовиться, минуточку, я тоже есть хочу. Ах, Таня, Таня, девочки, давайте же быстрей. На сцене я уже давно всех обслужив гостей. А вы чего там делитесь, я что-то не пойму. Че, умная, получишь сейчас, ну если я пройду. Ля-л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 я. Ну дай пройти, чего сидишь? А, бенгальский огонь! Ах, Таня, Таня, девочки, так дело не пойдет. Давайте же мы сделаем сейчас все наоборот. Программу новогоднюю продолжим мы без вас. А то пока протиснетесь, придет медовый спас. Ля-л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 я
Ой, ну и подумаешь. Здравствуйте. Так, Димка, привет, привет. Так, а вы кто, извините? Я Катриша. А, извините, вас нет в списке? Как нет? Ну нет. Ничего, проходите. А, ну ладно, ладно. Дайте козе, козе, козе дорогу, козе дорогу. Натуся, а что это за люди и не люди? Это профессиональные артисты. Сегодня отдыхаем, за нас все играет Каза. Казу на грим. Я в буфет, подтягивайте. Мы все в буфет, Марусь. Наталья Андреевна, что ж мы с едой-то не подрасчитали? Столько народу, а еды уже нет. Как нет? Ну вот так, у нас на данный момент поела ангарская и коза. Все, буфет пустой. Так, значит, смотри, идешь в буфет, так. И никакого алкоголя до конца передачи. Хорошо, я постараюсь. Опоздали, ну все! Вася, давай быстрее всех собирай, начинаем. Наташа! Наташ! Что? Наташа, а можешь мне объяснить, пожалуйста, что происходит, а? У нас женское шоу, а тут то змеи, то козы, то цыгане. Ты можешь объяснить, тебе что, нас не хватает, а? Да! Да, вот да. Объясни как-то. Послушайте, это новогодняя праздничная передача. Мы видим, да. Ну, договаривай. Новогодняя праздничная передача с дополнительным бюджетом, да? Может, мы как-то сами попытаемся заработать? Мы не против. Что тебе нужно было? Что, козу? Так Морозова тебе чем не коза? Вон, посмотри, руку жрет, стоит. Казана вообще. Кто тебе там, змея была нужна? Поговори с Варнавой. О, хотя бы да. Кто? Цыгане? Так, пожалуйста, с Варнавой поговори. Да, поговори с ней. Да, Наташ, поговори со мной, а. Расскажи, какой у нас концерт, может, какая-то задача. Расскажи, как мы контактируем со всеми этими... животными. Да. Ну, может быть, сценарий какой-то есть. Есть сценарий. Значит, все девочки надевают на себя костюмы Снегурочек. Быстро. Вот эти. Смотри, как они выглядят. Наташа, это же класси... Это же Нафталин, Наташа. Это Новый год, Катя. Ну, доверьтесь, правда. Это мое шоу. И вы будете делать то, что я скажу. Все, надевайте. Ну вот, смотрите, какие красивые, нарядные. Ну вот же, Новый год, но... Красота? Красота! Давно мне от дедушки комплименты не прилетало. А ты что, с ним разошлась, что ли? Это не смешно, он умер. Так, девочки, смотрите, какие задачи, да? Сейчас все выходите на сцену. Три хоровода. Марин, три хоровода, слышишь? Да, три. Третий вообще весело будет. Значит, становитесь, да, дугой, потом я выхожу с козой и говорю речь. Все, всем. С козой, да? С козой. Ну, говоришь, хотя бы ты не коза. Слышала. Хорошо, Наташ, мы сделаем все, как ты сказала. А ты зачем ей сейчас подмигнула? Ну, походу, завязываются у нас отношения, Натось. Наталья Андреевна. Да, Тимочка, бегу. Тут человек подмигиваешь. Что ты творишь на меня? Чуть не испортила. Так, все устроим, баби-бум, да?
наломаем шуточный традишн. Девочки, вообще за любой кипиш. Только давайте быстрее, а? Наташ, слушай, я, конечно, все понимаю, да? Но ты же мне сама сказала, что я выхожу в самом начале, правильно? Ну, я тебе сначала сказала, что ты в конце выходишь, ты сказал, что ты занят. Ну, правильно, просто у меня было запланировано другое мероприятие, вот и все. Ну, Тим, ну подожди, ну правда, ну, ну скоро. Наталья Андреевна, я настаиваю на своем решении. Так, Дим, давай не боясничай, а? Ты же знаешь, на меня это не действует. Я и реально в это не боюсь, ну. Так, готовы? Готовы, мои снегурочки? Готовы, дедушка Мороз! Ну, коза все. Тоже готова. Коза тоже готова. Видите, даже коза готова. Ну. Приветствую всех на ежегодном слете женщин-супергероев. Я... Зена, королева воинов! Тихо, тихо, тихо. Спасибо, что в эти ужасные московские пробки вы все здесь, все две. Мои дорогие суперженщины, стальные леди, радиационные мутанты и просто огромные сильные бабы. Теперь проведем предновогоднюю перекличку. Женщина-кошка. Мяу. Да! Тихо, 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 тихо. Я не поняла, ты чего раскомандовалась, Зена, а? И вообще тебе пора давно выбросить твои ужасные кожаные шорты. Леонтьев давно уже такие не носит. А он всегда закрывает моду на вещь. А ты еще кто такая? Я кто? Да. Лара Крофт. Матерь Божья, Ларочка, я тебя не узнала. Сейчас подумала, что ты Халк. А что с тобой случилось? Где твоя фигура? Ты же была лучшая расхитительница гробниц. По кладбищам находишься, там не только фигуру потеряешь. Конфетки будешь? Фу, бери! А теперь о главном. Я предлагаю взять наши суперряды, суперпомощницы. Так, только давайте не как в прошлый раз. Если будет женщина-овчарка, я вам тут все обосру. Тихо, тихо, тихо. Ну, извини, извини, женщина-кошка. Извини. Итак, супер-помощницы, входите! Мать моя, Росомаха! Это что, любовница черепашек-ниндзя, что ли? Слушай, надо действительно убедиться, действительно ли это супер-женщины или это просто тёлки в утягивающем белье. Я бы даже не сказала, что в сильно утягивающем. А кто вы, снимите эту хрень? Я женщина-нарезашка. И в чем ваша суперсила? Перед Новым годом я нарезаю много-много-много салатов! Подожди, 31 декабря каждая женщина-нарезашка. Так что идите домой и нарезайте, и не тратьте мое супергеройское время. Ну смотри, город маленький, я тебе в крабовый салат порежу! Так, во, да во, чтоб во, ты пин-код от своего рта забыла, поняла? Тихо, 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 да. Тихо, тихо. Ты кто? Я женщина-разнимашка. Так, и в чем ваша суперсила? Каждый год 31 декабря я прихожу на главную площадь и разнимаю, разнимаю, разнимаю! Класс. Да, вы в режиме ожидания, однозначно. Спасибо. Здравствуйте. Вот прям чувствую мощь. Снимите очки. Ой. Снимите. О, можно 17 тонов потише, а? Убери от меня этот кожаный рупор свой. Простите, я не знала. А кто вы? Ой, я женщина-похмеляшка. Похмеляшка. Это очень интересно. А почему вы не снимаете очки? Без очков я уязвима, тише. Ага. Скажите, а в чем ваша суперсила? Я терплю адские головные боли. А почему у вас такая ужасная одышка? Я 7 лет прожила с Дартом Вейдером. А еще я стреляю рассолом вот так вот, как Человек-паук. Пс, пс. Вы приняты. Стоп, я сама. Разрешите представиться, женщина-вспоминашка. Со 2 по 14 января я помогаю людям вспомнить все. Точнее, каждый день я напоминаю одно и то же. Что-то какая-то фигня полная.
Нафига вы нужны, если есть Инстаграм? Подождите, это в Москве есть Инстаграм, а для России я просто незаменима. Ну ладно, класс, регион из Песины, давайте, проходите. Ну вот еще кое-что тут похожее вроде как на женщину. Вы кто? Я женщина, да и Дашка. Ой. Я помогаю всем-всем людям доесть салаты после Нового года. Ой, ой. Газовая принцесса, газовая принцесса, газовая принцесса. О, а можно я в паре с доедашкой работать буду? А что, ей помощь, и я двигаюсь, ну? Я за. Так, короче, вы берете нас или нет? Как вас там, Шина, королева зимней резины, кто вы? Я Зена, по паспорту Евзения. И, кстати, напомни мне, вспоминашка, через 2 секунды тебе долбануть, понятно? Так, знаешь, так не надо лезть сюда, раздевалка. И ты заткнись, похмеляшка. Тихо, слышите? Пора. Ну что, супер-женщины, готовы оказать помощь всем людям в эту новогоднюю ночь? Да! Тогда вы все приняты! Вперед, супер-женщины! Поможем всем встретить этот Новый год как никогда! Мы супер-женщины! Ладно тебе, что ты так сикаешь-то? Мы же бунтарки. Ну? Что да, ты боишься прям? Иди посмотри, она там. Я не могу, у меня зрение плохое. Поля, ты должна видеть в темноте, ты женщина-кошка. Да. Я женщина со астигматизмом. Вон, пусть Марина пойдет. Марина пойдет, когда Марина решит. Тоже верно, не поспоришь. Девочки, давайте пока мы еще такие красивые, сделаем памятное селфи. Да, давайте, над кроптое селфи, давай. Вы супер-женщины. Ой, девочки, смотрите, а что это? О, вау! Смотрите, это же Дедушка Мороз. Ой. Марина решила, Марина побежала. А у меня для вас праздничный подарок. Ну стойте, 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 я сказала, стойте, стойте. Наталья Андреевна, Наталья Андреевна, вам больно? Да. А никто не видел, как я упала? Нет, никто не видел, никто не видел. Отнеси меня в истеричечную, пожалуйста. Дорогие россияне, я хочу обратиться ко всем женщинам-руководителям. Счастья вам, здоровья, терпения. И даже если кто-то выводит вас из себя, сохраняйте спокойствие. Натусь, ты в порядке? Да. Ну что, когда мой выход? Я не знаю. Что значит не знаю? Ну, Дим, ты делай, что хочешь, ты же такой персонаж. Наташ, ну, я ж по-человечески спросил, чего ты? Все, иди. Наталья Андреевна, там Скулкина на сцену собралась. Как собралась? Ну так, она собралась мне сейчас на сцену все испортит, Скулкина. Ну. Катя, Катя, ты куда? В смысле куда? Пошла в лес я за грибами. На сцену, конечно, номер показывать, как было запланировано до сегодняшнего дня, понятно? А я тогда этот номер не буду объявлять. Ой! Опа! Щеблы? Ай, заноза в паху. Так, ну чё, ты давай бери телевизор, да. А я пойду кухню проверю, а? Слушай, Новый год, давай оставим телевизор, как-то не по-христиански. Ну да, ладно, чёрт с ним, с телевизором, иконы бери. А я пока вот этого
коня золотого возьму. Оп! Что-то он легкий. Ку-ку. Ку-ку. Пароль принят. От этого, Валентина, свезло тебе под Новый год, а? Женщина, мы, наверное, квартиры ошиблись. Мы пойдем? Да как же вы ошиблись-то? Вы же в открытое окно влезли. Да. Ну, на улице мороз минус 20. Единственное открытое окно в доме мое. Я у вас уже тут 3 дня сижу, жду одна в темноте. Золотого коня вот этого купила в магазине приколов. На подоконник поставила, чтобы вы повелись. Молодцы. Бросай, бросай, вон, легкий, 14 рублей стоит. А вы что, из полиции? Хуже. Я из другого государственного учреждения. Уже. Слышали такое когда-нибудь? Одинокие женщины. А там побольше нас будет, да, чем в полиции-то? Слушай, Щуплый, ну что мы с тобой вдвоем с одной женщиной, что ли, не справимся, а? А ну давай, нападай на нее. Давай, давай, давай. Ай, что? Что это, соль? Да, соль и перец, и половина куриного кубика, мой рецепт. Правильно? Ну чего, форточник? Давай, открывай щеколду. Че? Штаны снимай, говорю. Зачем? А, действительно, зачем? Че-то я рано. Вы же только что с мороза, да? Давайте как поближе к батарее. Давай, 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 давай. Быстрее, я сказала, погрейтесь. Да, для начала. Наконец-то дошло мое письмо до Дедушки Мороза. 5 лет его просила наказать меня за плохое поведение. А? Прислал своих северных оленей. Молодец. Тетя, отпустите нас, зачем мы вам? Ребята, воровство – это грех. Вы уже сегодня один разочек согрешили, поэтому давайте продолжать грешить вместе по полной, да, ребятушки? А если мы не согласимся? То я твою ногу пересолю. Слушайте, женщина, ну, Новый год все-таки домой надо, да? Да. Может, мы как-то по-быстрому, да и все? По-быстрому не получится. Давайте как к столу, Новый год же. Ну, давайте, давайте к столу, вам подкрепиться нужно, я себя знаю. Вот, смотрите, почти не заветрилось ничего. Накладывайте суп, ребята. Какой суп в Новый год? Из чего? Из тоски, мои девичьи. Ну, давайте красное венцо наливайте. Кровь-то нужно разогнать, а? Да что-то не хочется. Давай быстрее, в тюрьме тебя так не покормят. Иван? Давай, 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 давай. Дорогие мои бандиты, давайте проводим с вами старый год. Взяли бокалы! Пусть все плохое, что было в прошлом году, останется в прошлом. Да. А все плохое, что я задумала, пусть поскорее случится за любовь! Ой. Наверное, мы пойдем. Да. Наверное, мы сначала познакомимся, а? Я Стас. Ну, мне ваши имена запоминать не обязательно, я вас вспоминать не буду. А вот вы меня запомните на всю жизнь. Валентина Бубенцова. Ветеринар местной клиники. Через вот эти вот руки все собаки района прошли. От догов до пекинесов. Я меньше не беру, пальчики толстенькие, зрение слабое. Но ни один кобель не жаловался, да? Но это так, хобби. В первую очередь я женщина. Надо же желание... О! Это же Анна Павловна проснулась. А кто это Анна Павловна? Это соседка моя сверху. Она сейчас придет, но вы ее будете называть Агнета. Почему Агнета?
Ну, потому что все вместе мы будем АБА, будем Happy New Year петь. Ну что, Новый год же. Через 15 минут придет, я его варикоз знаю. Где они? Анна Павловна работает на скорой, никогда так быстро не приезжала. Анна Павловна, вот Стас и пока еще не вскрылся кто. С Новым годом, мальчики! Ну чё, Анна Петровна, кто? Стас или Бьёрн? А что, так сразу? Я на сухую не могу. Сначала надо потанцевать. Петарду взорвать там. Давай. Давайте, мальчики, наливайте. Давай. Ай, молодцы. Мужики, правда? Счастье-то привалило. Анна Петровна, ты что в бутылке принесла, а? Я же в скорой помощи работаю. Спирт медицинский. На целый год из ваточек выжимала после прививок. Вот, целую бутылку навыжимала. Опять, получается, одни остались мы с тобой, да? Давай тогда голубой огонек смотреть, для кого-то же его снимают. Ну, запускайте. Давайте, хор, проходит. Что это такое? Хор на сцену, Вась. Давайте, да. Значит давайте. Так, сейчас играем Золушку. Подожди, в программе не было Золушки. Есть в программе, вот, разуй глаза. В ее программе есть. А, в ее, да. Это Новый важно. Год конечно. У нас. Да. А давай да. Я угадаю. Ты играешь злую мачеху, да? Почти угадала, Марина. Ты играешь злую мачеху. 50 тысяч. 8. Согласна. Так. А я правильно понимаю, Сюки. Ты фея, да? Спасибо, Катюша, но фея ты. Хорошо, что не тыква. Ну. А вы... А мы можем идти, да? Нет, вы мои сестры гнилофанки. А есть еще какие-нибудь роли? Есть, сейчас вот. Угу. Крыса, тыква есть. Кстати, тыква. А я чур средняя сестра. О, Господи. Так, ну что, судя по половому признаку, я принц, да? Нет, Олежа, ты отец. Да? И что надо делать? Ну, просто стой с грустной рожей такой. Насколько грустный? Блин, ну помнишь в Астане, когда личный досмотр у тебя был? Помнишь? А ну? А, да зачем ты вспомнил, Наташа? Вот ну... отлично, зафиксируй. Так. Скажите, а Золушку называли? Нет. Просто если что, я могла бы быть Золушкой. Конечно, могла бы, Наденька. Мы сейчас пойдем на сцену, а ты приберись, пожалуйста, в моем кабинете, хорошо? Ага. Давай. Я не поняла, Золушка да. Или нет? Ты никто, вообще никто. Так. Натусь, я сказку читал. Ну, принц так принц, я даже корону. Опа. Где, а? И отдай костюм Сереже. Где ты взял вообще этот костюм? Где в костюмерной, где? Так, все остальные свободны. Да как же так, Натусь? Я же так хотела в этой сказке сыграть крысу, которая чего-то добилась и стала кучером. Очень смешно. Наталья Андреевна, хор готов, можем начинать. Прекрасно, пойдемте. Жил-был старик один и лошадь. Лошадь внезапно умерла. Зритель, подумай о хорошем. Счастливою была. Дальше все просто и банально. Папа женился второй раз. Дочка осталась фигурально. Как без папа не работала. Здравствуйте, я Золушка. Смотри на теп, на теп. Золушку мачеха не любит, сестры у Золушки кошмар. Папа ничего не может сделать, все собираются на бал.
А мы едем на бал, а ты возьми горох, собери горох и положи горох. Съешь горох. Тихо. Потом разбери оливье и собери крабовый. Ну, как же так? Я же тоже хочу на бал. О, тебя на бале. Не будет. На бал принцу, 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 в замке будет салют. Солнышко без потока плачет, и я на помощь тут как тут. Скулкина? Ты скоро? Тетя у Солнышки все может. Ну, допустим, да. Тетя в совете федерации. Солнышки тетя подарила красный Феррари. Цубиси. Золушка, ты будешь самой красивой на этом балу, Золушка. Это я тебе прям отвечаю. Это я прям... Ой. Прям отвечаю. Кать, ты, ну, дорогое платье испортила. Заткнись! Но помни. А что помнить? Я забыла текст. Давай на бал, ладно? Давай, на бал, на бал, на бал. У Золушки миллион просмотров. А где принц? Одну секундочку. А принц где? Принца не видели? Ха! Вот такой вот принц! Натуралов прессуют! Где Сережа? Сережа где? Но скоро волшебство отпустит. Феррари надо отдавать. И возвращаться за холустье. И там без туфли ночевать. Привет, принцу, пока туса. Свобода здоровья. Такой бал тухлый, ни одного бутерброда. Прям не говори, с языка прям сняла. Сняла. Серега, давай, последний шанс у нас. Благо пришла на помощь фея, принца с туфлёй привезла. И туфля тепла мутена. Женщине сразу подошла. Конец. Пошли в буфет жрать. Так, давай снимай туфлю, мамонт. А что? Все законно, туфля мне подошла. Значит, я Золушка, все правильно? Какая правильно? Золушка, ты гора угля. Иди сюда, давай, гони 8 тысяч, вдруг не выживешь. А у меня такое кислое лицо было, нормально? Вот такое должно. Пошли вы к черту. Дай 8 косарей. Слышь, а что, хэппи-энда не будет, что ли? Не-не-не. Подожди, может, заплатит еще? Ребят, пойдемте хотя бы в буфет, я вам еду, что ли, пробью. За мной. Значит, папа, контролируешь ситуацию на площадке? Объясни мне, откуда? Откуда на площадке обувь женская 43-го размера? О, это моя! Наталья Андреевна, ну что ты разносили? Ты ну 36 же размер. Ну ё-моё, ну как так? Ангарская мастодон! А там что за бардак?
Да тут везде бардак, я один не справляюсь. Вот, блин. Выходим на ходу. К нам приехал, к нам приехал Модулятор Наталья Андреевна. Е-е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 
на мороз, пусть протрезвеет. Марина, пойди. Испугала морозом! Да я из Перми, меня мать сугроб родила на остановке, мне пуповину сосулькой перевязали. Пойдем, моя хорошая, пойдем. Ребят, ну кто это сделал, а? Ну вы что, издеваетесь? Кто это сделал, я спрашиваю? Пошли. Кто это сделал, я спрашиваю? Ну вы что, вы изверги, что ли, а? Пойдем, моя хорошая, пойдем, моя умница. Паразиты, не стыдно вам, а? Пойдем, моя умничка, пойдем, моя хорошая. Короче, я лежу такая в оркестровой яме, ну, естественно, в костюме фигурочки. Вот тут куранты, бам, бам, и я... Ноги в руки и переворачиваюсь. Марина, я тебя же вроде выгнала. Ты как здесь оказалась? Новый год, волшебство, ба-бам. Наталья Андреевна, платье на бесприданницу. Да, только в кабинет отнеси ему. Я же здесь не буду переодеваться. И Марину убери отсюда. Охрана, уберите Марину. Гудков, переодеваться на бесприданницу. Марина, подожди. Скай бесприданница она, блин. Олеська, иди сюда. Вот кто больше на Гузееву похож? Внимательно. Ну, в фильме больше похожа Наталья Андреевна. А вот в передаче «Давай поженимся», ну, вы, тетя Марина, да, очень да, похожи, да. Опричник ты, Олеська. В смысле? Жополиска, я бесприданница, я... Ща. Слышь? Я бесприданница, а ты енот полоскун. Сюда. А как? Как так-то? Подожди. Вася! Откройте! Ау. Лариса Дмитриевна? Что с вами? В смысле? Ну. Отекла. Случайно солнце запамятовало выпить мочегонку. Лариса Дмитриевна? Лариса Дмитриевна, что же вы молчите, как будто в рот воды набрали, а? Ну что, вода, что ли, реально? А, нет, ошибка. Уж полно вам страдания алкоголем заливать, м? Сергей Сергеевич, уж больно все высокого мнения. Уж если я испытывал слабость к вам, так это давным-давно и по наивности девичьей. Вы душу расцарапали мою спину. Одна отрада. Зуд в спине немножко отвлекает от коррозов душевных. Так предлагаю сегодня же с этим покончить, Лариса Дмитриевна.
Ах, помните, Сергей Сергеевич, вы в прошлый раз все точно так же говорили, когда вы на тайное свидание меня заманили, а поутру ваш след простыл. Слава богу, мои следы остались. По ним я только из лесу тропинку и нашла. Лариса Дмитриевна, вы же там так сладко спали, щеками в муравейнике. Не хотелось вас будить. Забейте. В лесу нашлись и погалантней кавалеры. И кто ж? Меня любезно проводил медведь. Лариса Дмитриевна, вы меня пугаете. Да неужели? Представляете, как я пересралась? Шагая под руку с Мишуткой до поместья. Ой, извините, что-то я прям... Сегодня прям не своя. Я заметил. Вы весь вечер избегаете меня, Лариса Дмитриевна. Лариса Дмитриевна, устаканьте внутренности. Еще 2-3 таких бокала, и вы станете безмолвным овощем. Какое вам собачье дело до меня? Из ваших слов я просто чертовая скотина. И еще подлец, эгоист и негодяй. Ох, из ваших уст готов терпеть любые унижения. Еще вы тварь. Лариса Дмитриевна! Простите. Увлеклась, девчульки. Сергей Сергеевич! Вы уехали из города, оставили меня одну. Ну, полно вам, вы же знаете, не из-за меня, на то были обстоятельства. Какие? Какие? Вы требовали, чтобы я на вас женился. Да не требовала, я не требовала. Просто намекнула. Лариса Дмитриевна, пойдемте-ка присядем, вы же знаете, что в жизни моей есть лишь одна любовь, только партнерши разные были, понимаете? Сергей Сергеевич, вы сейчас дождетесь, я покажу вам фак. Да-да, меня помещик факом научил. Лариса Дмитриевна, держитесь текста. Хотя бы просто держитесь, Лариса Дмитриевна. Пустите. Пустите, пустите меня, ну за что мне досталась судьба такая, бесприданница влюбилась в вокалиста. Диджей, ромалочки мои любимые, давайте-ка влюмя навалим. Так не доставайся же ты никому. Убийца! Наталья Андреевна, она пьяная вышла сама. Наталья, что вы делаете вообще? Где же я вас всех уволю? Где цыгане? Они к вам в кабинет убежали. Почему мой кабинет? А где все? Я не знаю. Охрана! Где Сережа? Наталья Андреевна, не беспокойтесь. Где мы всех, всех найдем, охранника где уволим, вот Сережу найдем. Где? Охрана! Что случилось-то? Охрана! Да что такое? Так что случилось? Вот ты где ходишь? Нас обокрали.
тут, я был. У меня истерика была. Извините. Ты уволен. Я очень расстроен. А где наш новогодний руководитель, а? Ну, что, идет она, нет? Да нет, там цыгане кабинет вынесли. Что? Ну, она хотела бесприданницу сыграть, вот и сыграла. А качок-то? Качок куда смотрел, я не понимаю. Качка тоже украли. Господи, качущий качок, какая прелесть. Ладно, давай, зови ее, нам надо на финал выходить, давай. Не-не-не, сами зовите. Так, я не буду звать. Я не самоубийца. Я тоже не буду. Кать, слушай, долго еще ждать, скажи мне, а? Я уже очень долго жду. Девочки, не надо ничего ждать. Не надо ничего ждать. Вот художественный руководитель. Пойдемте, сейчас сами все сделаем. Господи, да. Ну что вы? Вы нас просто объявите и все. Сегодня подписал указ, по которому с Нового года Comedy Woman официально становится лучшим шоу в мире. А лучшее оно, потому что я подписал. Тебе спасибо за такую чувственную и такую очень важную хореографию. Столько эмоций, как женщина женщине. Я говорю тебе спасибо. По-моему, мне это первый танец, когда у меня все получилось. Ой, пойду покурю. Ты же не куришь. После такого танца я просто обязана покурить. Кать! Ну что, как оттанцевали? Гудочка, спасибо тебе огромное за костюмы, все было супер. Ой, так поаккуратнее, пожалуйста. Я по всему миру эти костюмы собирал, у каждого своя история. Я даже не хочу слышать, какая. В этом корсете я 3 дня подвешенно висел. Фу, отойди отсюда! Такая с кляпом хохма еще была. Извращенец, отойди, я сказала! Княгиня! Так, все, быдло, сдаем инвентарь. Значит так, плеть малая, упругая, 8 штук, давайте, сдаем, все сдаем. Так, корсет, быстро, черный, эсочка, твой, аккуратнее кладем. Так, есть,
Лосины 8 штук. 8 штук лосин. Снимаем, снимаем. Давайте, давайте, снимаем, снимаем. Богаты свои причуды. И каждому богатому хочется, чтобы эта причуда была только у него. И даже в природе ее не было. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашем элитном зоомагазине. Здесь вы можете приобрести абсолютно любого домашнего питомца за небольшие, по вашим меркам, деньги. Я вижу, ваша сумочка грустит без собачки. Собачка есть у каждой. А мне нужно что-то эксклюзивное. Какой-то необычный зверек. Такого, чтобы прям ни у кого такого не было. Деньги не вопрос. А, ну я поняла, стандартный заказик. Угу, все ясно. Хорошо, могу вам предложить очень редкую синюю сибирскую андатру. Они занесены во все красные книги. Их осталось в природе всего 9. 3. Что 3? Их в природе осталось всего 3. Остальные 6? Даю тебе последний шанс. Если ты сейчас предлагаешь что-то оригинальное, то ты сможешь на Рублевке жить, а не торговать. У вас есть эти, там, я не знаю, пегасы, утконосы? Ну, вот это сказочная приблуда. Вы знаете, пегасов нет, но спрос огромный. Понимаете? Поэтому мы сами скрещиваем животных, чтобы изобрести новые виды. Понимаете? А, да-да-да, мне что-то соседка рассказывала. Вы ей сделали какую-то какашку какую-то? Катакушку. Кота-кушка, что это? Скрестили кота и кукушку. А что, очень удобно. И как бы крыс ловит и соседям подбрасывает. А что-то еще есть? Конечно, есть. Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Значит, смотрите, что у нас есть. Есть как бы хамагай. Как бы он вот маленький, как хомячок, а разговорчивый, как попугай. Это прям как мой муж, да? Хамагай. И есть еще, знаете, вот такой вот, писящер. Очень удобно, между прочим, целый день он за своим хвостом гоняется. Потом откусывает, съедает, за ночь хвост отрастает новый. Кормить не надо, по-моему, очень удобно. Просто какое-то название такое, писящер, не звучит. Нет, конечно, есть эксклюзив. Конечно, без него никуда. Жироблюд. Пожалуйста. Жираф и верблюд, это очень мерзко. Да, именно, жираф и верблюд. Размер животного подгоняем под высоту вашего забора. Спокойно стоит и плюет ваших соседей. Понимаете? А если еще страуса туда добавить, так он еще от них и прятаться может, ну. Знаете, я сама плюну в кого надо. Хоть с забором, хоть без забора. Дальше давайте. Курослон. Я понимаю. Действительно большие размеры. Но зато одним яйцом месяц можно питаться. Я, знаете, не в Кузьминках живу, чтобы одним яйцом весь месяц питаться. А что у меня тут? О, пожалуйста, пчелуха. Что, это пчела и муха? Да, 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 пчела и муха. В смысле, она будет есть какашки и давать мед? К сожалению, наоборот. Мед как бы это... Ну так любой дурак может. Я даже не знаю, что мне вам такое предложить. Дорогая... Ты долго? 5 минут. Давай быстрей. Ага. Так, сейчас. Что-то у нас тут имеется. Мне в голову только что пришла гениальная мысль. Давайте мы скрестим вот этого красавчика с собакой, которую вы мне там втюхивали. Вообще-то это мой муж. Мой. Мы оставим голову вашего мужа и приделаем туловище собаки. Я его буду носить весь вечер на руках. Тёлки с настоящими собаками просто описываются. Алло, это мой муж, он мне самой нужен. Ну когда он еще побывает в таком обществе? Вы там на своей Рублевке совсем, что ли, умом тронулись, а? 10 миллионов рублей. Ладно, сама не пожила, пусть хоть муж поживет. Толя!
Зайди, там в подсобке лампочка перегорела, надо посмотреть. Что с тобой? М? Влюбилась я. Слушай, тебя машина сбила! Ну, так заметно было бы. Ладно, давайте я вам все расскажу. Вот. Садитесь, записывайте. Вот так. С красной строки. Был обычный, погожий осенний вечер. Осенний с двумя «Н». Листва тревожно шелестела под ногами. Так, слушайте, а можно по существу, а? Я просто учитель русского языка и литературы. А, я... все понятно, все понятно. Я не поняла, ты что делаешь? Тебе что, жалко, что ли? Тут по метру в день на актрису, все посчитано, что творишь-то? Слушай, да мне надо, понимаешь, я в деревню себе отправлю. У меня там отродясь такой бумаги мягко не видели. Так быстро все разматывай обратно. Да сейчас. Ох ты, ёшкин кот! Ну-ка, быстро размотала обратно все. Ты что, очумела, что ли? Ох ты, курица! Ох ты, тварь! Жаба! Скотина! Кура! Тварь! Тварь уже была! Тогда! Тогда! А, была псина! Нет! Псина! Ох ты, жаба! Туалетная принцесса, скажи еще! Ты что, обалдела, что ли? Я тебя сейчас вырублю, дура! Там месиво вообще! Вау! Быстрей, быстрей! Ты что, настоящая штанга? Офигеть вообще! Любовь – это страшная сила, а любовь сильной женщины – это еще страшнее. Давайте посмотрим. Здравствуйте, Игорь Петрович. Здравствуй, Рыкова. Ты почему на тренировку опоздала? Я в салоне была. Ха, в каком салоне? Мобильной связи? Красоты. О, ты чё, Рыкова? Ёпарс, корова в помаде, иди умойся, ты чё? Почему корова? Ну, потому что ты меня кормишь, Рыкова, а? Давай, иди умойся. Ну, я просто подумала, я хоть и штангистка, но всё-таки женщина. Ох, Рыкова, не вовремя ты вспомнила, что ты женщина. Чемпионат Европы на носу, а? А я никогда не забывала, что я женщина. А я вот, Рыкова, никак привыкнуть не могу. Слышь, давай по-братски, а, начнем тренировку. Давай, тягай. Быстрее там, пудри, ну. Конечно, начнем, ну. О, ты че? Ты че, Рыкова? Я здесь как всеку. А ну, давай, я тебе говорю. А как вам моя новая прическа? Слушай, Рыкова, что за вопросы такие дебильные, а? А как тебе мои новые треники, а? Ну, просто прическа у меня новая, а ваши треники я уже видела. Ты не понял, Рыкова? Ты мне что, здесь тренировку хочешь сорвать, или что? Если ты мне сорвешь, я тебе знаешь, что а сделать? А пойдемте в кино сходим. Так я не понял, Рыкова. Ты что, голодная, что ли, или что? Нет, я курицу съела. Так, а на второе? Ничего, я худею. Зачем, Рыкова? Для вас. Может, хотят помады сменить? Так я не понял, Рыкова, в чем сбой, я не понял, а? Тебе что, журнальчик кто-то подсунул, что ли? Или ты там телевизор себе починила? Я «Мисс Мира» посмотрела. Они все такие красивые, а я ведь тоже из их пола. Вот ты, Рыкова, тоже, а. Ну кто этот «Мисс Мира» смотрит, да? Там дохлики собрались со всего мира, ну тоже у меня. А чемпионат Европы по штанге весь мир смотрит точно, я тебе говорю. Вот твой счастливый билет, Рыкова. Тягай штангу, я тебе говорю. Тягай свой билет, давай, тяни, ну, давай. Давай быстрее, ну, хорош пыхтеть. Ну. А на меня вы не так смотрите. Как не так, Рыкова? Как на гимнаста, которые после нас приходят заниматься. Я, Рыкова, знаешь, почему на них так смотрю? Почему?
Потому что бесит они меня все, поняла? Они маленькие, как муравьи, бегают все время вокруг везде. Я как головой в муравейнике уснул, с тех пор не люблю этих гимнасток. Поняла? Все, давай, стягай. А давай. Почему вы за ними постоянно в раздевалке подглядываете? Так, Рыкова, вот это тебе еще рано знать. 18 лет исполнится, расскажу, поняла? Фу, чем это так воняет, Рыкова, а? Это не вонь. Это я надушилась. Так, Рыкова, не нравишься ты мне, а? Че с тобой? М? Влюбилась я. Ты ее просто ты Рыкова, а? Да лучше б тебя машина сбила! Почему? Не так заметно было бы. Но я ведь тоже хочу любить и быть любимой. Так все, Рыкова, ты давай свой мозг выключай, мышцы свои включай, тягай штангу, я тебе говорю. Но сердце, оно ведь не камень, да? Сердцу ведь не прикажешь, ну. Слушай, Рыкова, ты сама один большой сплошной камень, понятно? Но даже из-под камня растут цветы, да? Игорь Петрович, я люблю вас и хочу прожить с вами всю свою жизнь. Ты что, Рыкова? Ты что, ну? Не могу я с тобой жить. Почему? Ты мне как сын, Рыкова. Ну давайте жить вместе, Игорь Петрович. Да ты что, куда? Жена с собакой еле пустила. С тобой-то точно не пустит. Ты что? Ваша жена вас не любит. С чего ты взяла, Рыкова? Любила бы, давно бы же новые треники купила. Так все, хватит мне мозги пудрить, а? Нормально у меня треники. Давай, бери штангу. Вот. Так. Дальше давай. Ну. Ну. Поправьте мне челку, Игорь Петрович. Так, Рыкова, что за вопросы такие тупые? Я тебе говорю, давай, рывок. У меня волосы некрасиво лежат, я не могу. Рыкова, быстро. Ну, Игорь, ну поправь, ну пожалуйста. Вот, молодец, вот так, давай. Эй, осторожней, ты что? Осторожней, там 200 килограмм, осторожней. Когда любишь, весь мир песчинка. Так, слушай, молодец, Рыкова. Давай так, значит, я тебя люблю. Так, а ты 220 берешь. По рукам? О, осторожней, Рыкова. Я такая счастливая. Ой, а я-то как счастлив буду, если 220 возьмешь. Рыкова, давай. Все, давай, Рыкова, выйдешь за меня замуж. Давай вместе жить будем, детей нарожаем. Давай, дочку Рыковой назовем. Я просто не знаю, как тебя зовут. Давай, Рыкова, давай, давай. Софья я. Да ты что, куда, держи. Целуй. Так его целуй, давай. Руку целуй, говори. Да, теперь ставай на колено и проси мою руки. Да ты что, у меня сейчас язва выпадет. Я тебе говорю, давай. Я говорю, давай, быстро. Рыкова, выходи за меня. Вот так, вот так, молодец. 220, вот так, вот так. Все, опа, ой, Надюшка, подожди, я тебя сфоткаю, такой классный лук у тебя. А, подожди, классно. Кать, а ты только что, смотри, какую клевую фотографию выложила. Вот это классная фотка, ты такая крутая. Ну, ты что, тупая? Я тебе 100 раз говорила, что у меня нет в Инстаграме. У меня вообще нет в социальных сетях. Чего ты постоянно подходишь ко мне с этим Инстаграмом, тупорылым? Я 100 раз говорила, меня нет в Инстаграме, нет. Дура тупая, 100 раз уже сказала. Уважаемые зрители Comedy Woman, я хочу официально заявить, что меня нет ни в одной социальной сети. Все люди, они как маленькие рыбки, понимаете? Они запутались в этих электронных сетях и никак не могут найти дорогу в реальную жизнь. А я свободная рыбка, своего рода сючка. Я хочу, чтобы люди встречались и общались друг с другом, глядя в глаза, понимаете? Я открыта абсолютно для всех людей, открыта для любого общения. Да! Катя, тут мальчик хочет с тобой сфотографироваться. Здравствуйте, Катя! Вась, ты что, идиот? Ничего, что у нас передача снимается? Кать, ну всего одну фотографию. Ну... Так, убери от меня ребенка. Я еще ветрянкой ни разу не болела. Ребенок, отойди от меня. Надо вам срезать чуть-чуть. Угу. Ребенок, ты еще здесь? Я тебя умоляю. Я боюсь с тобой находиться в одной комнате. Пожалуйста. Господи. Ой, вы кушаете? Ну, пытаюсь, да. А на сцену вам пора. Фу.
Когда я училась в школе, мне всегда было интересно, что же творится в учительской, чем же они там занимаются. Я выросла, а интерес остался. Ну что ж, осуществляем мою мечту. Коллеги, налить кому-нибудь чай. Я такой вкусный чай принесла с жасмином. Ой, с удовольствием. Да, у меня курабье есть. Кто-то будет... О, я не откажусь, кстати. Где? Коллеги, одолжите 5000. Сейчас. Лес рук прям. Вот они. А, вот они, товарищ капитан. Точно они, я вам говорю. Чё, твари, думали, не найдем вас, да? Во-первых, выражаться в стенах школы еще никому не было позволено. А во-вторых, чьи вы родители? Да какие мы родители? Мы инкассаторы, которых вы ограбили. Деньги где? Чего? Где деньги? Это шутка какая-то. Мы 3 месяца зарплату не получаем. Товарищ капитан, вы, пожалуйста, разберитесь с этими гнусными обвинениями. Так, тихо. Разберемся, гражданочка. Вы их видели? Узнаете в лицо? Ну, нет, они в масках были. Ну, вот по голосу я их точно узнаю. Вот! Она! Точно! Ее голос был! Она к нам в броневик через окно запрыгнула. Я, главное, вот на столечко приоткрыл покурить. Она хоп, как рысь сразу туда. Мело мне в глаза дуло. Я ослеп и только слышу. А ну, мешки на землю, а то башку прострелю. Что? Точно она. Узнаете голос? Да, конечно. Я же тогда первый раз обоссался. Конечно. Так, ну что ж, тогда проведем следственный эксперимент. Вот вы. Наталья Георгиевна. Хорошо. Наталья Георгиевна, повторите фразу. А ну, мешки на землю, а то башку прострелю. Ну, давай. Вы в своем уме? Перед вами заслуженный учитель года. Ну, значит, учитель года следующий год заслуженно проведет в тюрьме. Даже я так не матерюсь, понимаете? Вы чего? Вы путаете. Ничего я не путаю, пусть фразу повторит. Давай, повторяй, давай. Давай. А ну? Ну? Мешки на землю, а то башку прострелю. Какой позор. Точно она, я вам точно говорю. Слушайте, не может быть. Да блин, я второй раз обоссался. Все сходится, она. Так-то оно так. Но вы посмотрите на них. Слушайте, ну, броневик в спортзале стоит? Стоит. Так, школьными матами накрыт? Ну да. Ну. Ну и что, такое часто бывает? Так, вы можете объяснить, откуда взялась машина? Ну, может, отец приехал за ребенком. Странные отцы бывают, ну мало ли. На броневике в спортзал? Вы знаете, у нас такие родители, вот папа сидит. Так все, заткнись! Я опять обоссался, ты что, холодно на улице? Так, тихо. Пусть он другой рассказывает. Так, ну, реально что-то не сходится, а? Может, кто-то другой деньги загреб, а? А их подставил? Конечно. Я вам говорю, они. Ну, откуда у нормальных бандитов мел и указка? Ну, они, я вам точно говорю. Что? Так, ладно. Давайте я вам все расскажу. Вот. Садитесь, записывайте. Вот так. Записывайте. С красной строки. Был обычный, погожий осенний вечер. Осенний с двумя «н». Листва тревожно шелестела под ногами. Надо мной курлыча, круче депричастие, выделяйте с двух сторон запятыми. Пролетал одинокий клин журавлей. Так, слушайте, а можно по существу, а? Я просто учитель русского языка и литературы. А, все понятно. Так, дайте проверить. Ой, извините. Ой, о! А вот эти зубы я тоже узнал. Она через маску там улыбалась. И палец мне откусила, когда я хотел на тревожную кнопку нажать. Точно она! Все сходится. Да вы что такое говорите? Ну, у Ларисы Михайловны ставная челюсть. Когда ей горбуш попадается, она их слезами смачивает. Конечно. Вы в своем уме. О, а вот этот вот пытался броневик завести отверткой и молотком. А когда у него не получилось... Вот эти вот две, его прямо на руках в спортзал этот броневик и понесли. Все, я говорю, они. Так, ну что ж. Обыщите их. Уважаемые учителя, лицом к стене, руки за голову. Опа. Да что вы? Бегом, все встали. Быстрее. Что происходит? Я вас... Беспредел. Здравствуйте. Ой, я, конечно... Марина Григорьевна, а урок сегодня будет? Конечно, Тяпушкин. Сейчас мы допьем чай, обязательно придем, малыш.
Извините, а вы не могли бы побыстрее? У нас большая перемена закончилась. У меня дети в спортзале мерзнут. Ничего, подождут. Я, конечно, все понимаю, работа у вас такая, но это просто возмутительно. Наталья Георгиевна! Я в актовом зале убиралась, вон что нашла! Че куда нести? Это ж наши мешки! Все! Попались! Да? Алло? Так точно? Да, сейчас выезжаю. Так, на Молотова в школьном дворе еще одну инкассаторскую машину нашли, а? Накрытую школьными шторами. Вообще беспредел какой-то вообще. Так, подождите, а вы что, их не арестуете, что ли? Ты что, дурачок, что ли? Понятно же, что это подстава какая-то. Банда бабло и броневик в школу подкинули. А пока вся опергруппа здесь, они там вторую машину ограбили. Я только одно не понимаю, кому выгодно подставлять учителей? Моя версия — пенсионеры. Или врачи. Так, ладно, разберемся. Вы оба со мной на опознание. Извините, товарищи учителя, за беспокойство. До свидания. Выходим. Вот главное, чтобы правосудие восторжествовало. Слышь, ты заткнись, я опять обоссался. Ты что, издеваешься? И бывают ситуации, да, ведь? Пойду я, ладно. А ну, стоять. А то я тебе сейчас башку прострелю. Тебя какого черта сунула в этот спортзал, а? Так это, я же убраться, я же не знала, что случилось. 20 миллионов! А, сейчас этот молоток знаешь куда впихану! Да я сейчас пальцы откушу, швабру держать будет нечем! Мочим, просплачем, все сговариваем вообще! Ой, тетя Марина, а можно мне присесть к вам? Что ты, тетя Марина? Просто Марина. Да ладно. Санька. Хорошо. Я мечтаю. Сейчас не получается. А может быть, по кочкам? Ну-ка. Сейчас, секунду. По кочкам, по маленьким дорожкам, ямку. След потух. Марина, я не понял, ты что с ним тут, веселишься, что ли? Леша, ты чего? Да я твоя навеки. Как? Саня, принеси нам с Олежей водички. Ну-ка, быстренько. Не, ну главное, тетя Марина, просто Марина. Еще винди, никто со мной так не сделает. Так, уйди отсюда. В чем дело, парень? Налей мне. Она меня бросила. Что сделала? Ну ты должен был поймать, как в фильме. Надо было предупреждать. Давай еще раз. Она меня бросила. Блин! Мне Наталья Андреевна убьет. Вы что творите это здесь? Я не поняла. Это ваша работа. Иди сюда, паразит. А? Кто это сделал? Что вы делаете? Матерь Божья, Всеволод, это же цвет норвежки лосось. Модеста Бертотта, коллекция из Идзе. Беру не глядя. Извините, просто я ее примеряла. Фу, дура, напугала. Я уже подумала, что со мной манекен из детского отдела заговорил. Господи, Всеволод, ты волшебник, твою мать, ну. Я прям уже вижу, как я в этом платье в Ницце выхожу из кабриолета сразу на лобстерную вечеринку. А там, кроме вас, еще лобстеры будут? Вы знаете, честно говоря, я спокойно за мир на земле. Потому что если начнется когда-нибудь Третья мировая война, то начнется она в примерочной женского магазина. Из-за какой-нибудь шляпки. Пойду спровоцирую. Ирина Александровна, ну шапка просто бомба. Просто. Она на границе под санкции попала, правда. Потому что цвет — норвежский лосось. Угу.
Лично для вас в ящиках из-под бананов из Копенгагена привезли. Ну что вы? Ой, ну, мне нужно подумать. А что тут думать? Скидка бешеная. 500 евро за Модеста Бертотта пройдет только на похоронах Модеста Бертотта. У меня у самого слюнки текут. И не могу в такой шапке дома появиться. У меня отец десантник. Ну, не давите на меня, Всеволод. Мне надо подумать. Ой, что тут думать? Давайте к зеркалу. Боже, как вас любит зеркало. Вы просто куколка. Ну, правда, посмотрите. Всеволод, Всеволод, Всеволод. Всеволод, умоляю, спасай меня. Сколько лет, сколько зим. Линда Уткина. Хватит, Всеволод, сегодня четное количество раз, господи. Что? Представляешь, открыла свой гардероб и сразу закрыла. Потому что пахнуло смертью. Все мои луки умерли. Вот проплакала 9 дней, сегодня решила прийти. Матерь Божья, Всеволод, это же цвет норвежский лосось. Модеста Бертотта, коллекция из Зидзи. Бесшовные края. Беру не глядя. Извините, просто я ее примеряла. Фу, дура, напугала. Я уже подумала, что со мной манекен из детского отдела заговорил. Всеволод, снимите шляпу с этого трухлявого дерева. Вон с той ветки. Девочки, ну не ссорьтесь, у меня есть точно такая же шляпа, только цвет глубокой индиго. Под ваши глаза, сейчас принесу. Знаете, оставьте себе эту шляпу. Оставьте, вам надо большие шляпы носить, правда. Но вдруг дождь все же смоется, все лицо. У вас же и нос, и губы армянские мультипликаторы рисовали. Ла-ла-ла, ла-ла. Послушайте, меня хотя бы дорисовали. А не как вас, набросок женщины. Угу. Линда Уткина никогда не будет носить шляпу, которую до этого мерила. Лицо противозачаточных средств для кошек. Я вас узнала. Мы же на вас всю нашу продукцию тестировали. А у вас прошли уже побочные эффекты? Вы шерстью не кашляете по утрам? Что за чушь? Я вас вижу в первый раз. И откуда вы вообще в нашем ЦАУ всплыли? А? Я работаю в департаменте Москвы. Сейчас, кстати, занимаюсь проектом по переселению таких, как вы, в отдельный округ. САСАО. Это что еще за САСАО? Стильные особы столицы? Ну, пусть будет так. Линда Ренессанна, смотрите, сколько всего. Просто красотки. Всеволод, срезай этот подосиновик и кидай его в корзину с уцененными труселями. И давай уже начнем что-нибудь мерить. Ирина Санна, ну правда, простите. Ну видно же, что под кайфом, ну правда. Ну полчаса минимум, ну что же. Давайте пример то, что я вам сделаю. Спасибо, ну, Всеволод, спасибо большое. Проходите. Послушайте, я дико извиняюсь, а вы всегда такие звуки издаете, когда раздеваетесь? Вы еще здесь? Господи, куда катится Москва? Казалось бы, королева мурашек, а тоже хочет быть в тренде. Господи, Всеволод, ты волшебник, твою мать, ну. Платье просто бомбическое, Всеволод, я не знаю. Я прям уже вижу, как я в этом платье в Ницце выхожу из кабриолета сразу на лобстерную вечеринку. А там, кроме вас, еще лобстеры будут? Кстати, вы будете в аэропорту, аккуратнее, не зевните. А то люди прям в рот начнут заходить, подумают, рукав от самолета. Господи, милочка, я прям поражаюсь, откуда вы вообще про самолеты слышали? Я думала, вас ветром носит.
Всеволод, беру это платье. На зло беру. Неси к нему ботильончик. Естественно. Ну, по-моему, мне идет. Вот вам вообще не идет. Ну, честно. Вам бы что-нибудь тепленькое, шерстяное. Хотя, что я говорю, какая шерсть? Вас же тогда моль обесчестит. А, слышите? Вы, наверное, не видели, я вам там в уголочке печеньку покрошила. Поклюйте. Вам кальций нужен, милочка. Вы когда блузу меряете, так хвостик крутят, что в Милане слышно, где эту блузу делали. Мое лицо, Линда. В этом боди ты похоронишь живьем Ирину Шейк. Господи, ну какая норковая шуба. Лапуль, ну тебе нельзя в шубах по ресторанам ходить, а то придешь за стол, сядешь, своими лапками сыр кушать начнешь, люди разбегутся, подумают, крыса радиоактивная из метро пришла. Всеволод, неси что-нибудь блестящее. Я поняла, у вас синдром сороки. В смысле? Ну вы все блестящее на свое гнездо натягиваете. Всеволод! Ты слышал, меня сорокой назвали? Причем кто назвал? Говорящий чука-салат. Ой, а на вас, когда сверху смотришь, кажется, как будто какая-то компьютерная игра. Волосатое облачко ищет выход. У меня водитель такой на айпаде играет. Ту-ду-дун-дун-дун. Ту-ду-дун-дун-дун. Слушайте, а когда я на вас вот сейчас снизу вверх смотрю, вы похожи на лошадь, которую из цирка в цирк перевозят. Линда, присядь. Села? Стою. Присядь. Смотри, ожерелье кокинаки. Кокинаки? Да. Самая дорогая вещь нашего бутика. Но она стоит 8000 евро. Господи, моляю все. Вот когда Линде Уткиной что-то нравится, деньги не главное. Беру просто так, это мой принцип. Ого, я думала, у вас другой принцип. По Москве 1000, по области 500 за километр. На тебе. Это что такое? Подследник капроновый. На голову себе надень, будешь спать, прическа не помнется. На тебе. Повесь на свой крючок, а то у меня здесь негде повесить. На тебе сапог резиновый. К любовнику через болото пойдешь, не промокнешь. Ах ты, тварина, а? Так, а ну-ка, на тебе. Девочки, перестаньте. Вы же меня ножом по жопе режете. Что же вы делаете? Это все брендовые вещи. Я органы не отвечаю! Всеволод! Всеволод, помоги мне. Че? По-моему, я ее проглотила. Ты реально лошадь, ты меня чуть не убила. Чем? Своей гениальной актерской игрой? Оскар goes to Catherine Варна. А что тут произошло? Что было, то было, что будет, неизвестно. Сережа, ты вообще когда-нибудь научишься говорить «нет»? Хотя бы вот так вот головой можешь делать? Тебе что, понравилось? Фу на тебя. Фу. Что за человек такой? Что? Фу, иди, животное безотказное. Мама, привет! Ты что такая помятая, пила всю ночь? Нет. Это просто картинка в скайпе такая плохая. Ты, мать, за дуру-то не держи. Я что, плохую картинку от похмелья не отличу, что ли? А что это там такое на столе-то? Бутылка, что ли, пустая? Нет, это же
просто записочку засовываешь и ванную. Наталья Андреевна! Наталья Андреевна, вы где? Сергей, вы не видели Наталью Андреевну? Друзья, раньше дети могли наврать своим родителям по телефону, но сейчас есть скайп, и от родителей уже мало чего можно утаить. Давайте посмотрим. А ну-ка давай хоре в солитёра резаться. Давай скайп включай, дочери звонить будем. Слышь, да ты что, 1 января? Давай хоть часок-то еще подождем. Сейчас часок подождем и без квартиры останемся. Звони давай. О, привет! Солнечной Костроме и солнечного Дубая. Мам, пап, привет! Ух ты, как вы загорели, такие черные. Ага, загорели мы в дубайском мегамоле. Ты мне зубы давай не заговаривай. Ты что, какая помятая? Пила всю ночь? Я? Нет. Это просто как картинка в скайпе такая плохая. Ты, мать, за дуру-то не держи. Я что, плохую картинку от похмелья не отличу, что ли? Я эту плохую картинку каждые выходные вот на этом табло вижу. Так, стой. А что это там такое на столе-то? Бутылка, что ли, пустая? Вот это? Да нет, это же детский набор, юный пират. Сюда вот так вот записочку засовываешь... И ванную. А ты что такое? Надька! А? Это что такое было сейчас на стене? Где? Ничего там нет, там просто обои отошли. А где елка? Там за тобой елка стояла. А, так это, я ее выкинула. Как ты выкинула? 1 января выкинула? А что ты ее 31 декабря в 11 вечера не выкинула, а? Так это она осыпалась? Что это она осыпалась? Она искусственная была. Ну, такая вот китайская фуфловая елка. Она еще так воняла, когда загорелась. Чего? Ты что, там пожар устроила, что ли? Да не, какой пожар? Это просто кошка бежала мимо свечки, загорелась и елку подожгла. Но у него лучше, я ее быстро потушила. Кого потушила? Елку или кошку? Да свечку, с нее же все началось. Покажи кошку. Мам, пап, я беременна. Покажи кошку, я сказала! Сейчас. Олежа, я тебе говорила, нельзя ее одну оставлять. У меня родители до 37 лет одну дома не оставляли. Вырывается, сбивается вся. Держи кошку нормально! Олег, я ничего не вижу. Что там нормально все с кошкой, нет? Да что с ней будет? А ну, 7 раз она с балкона падала. Мам, пап, да что вы волнуетесь? Я реально постояла под гимн, послушала президента и легла спать. Я одна была, клянусь. Так, слышишь, как одна? Мы с тобой там бабушку оставляли. Бабка-то где? Так, быстро показала мне бабушку. Да нормально с ней все. Вот она. Вот. Это кто? Бабушка. А почему она в костюме Деда Мороза лежит? Ну так Новый год же. Она подарки раздавала. Вот устала, спит. А что она спит-то? 3 часа дня уже. Мама! Мам, ты меня слышишь? Надька, она что, тоже пила до утра? Нет. Она только таблетки пила. Какие таблетки? Ну, разные. Так, быстро показала мне упаковки от таблетки бабушки. Ну, сейчас. Олег, ты видел это? Это кто-то? Надька-паразитка, кто это там? Надя, быстро отвечай, кто это он в трусах?
Ой, я тебя и не заметила. Мам, пап, да это ж Сашка из третьего подъезда. Он просто в гости зашел. В трусах? Ну да. Так на улице жара же. Вы как в Дубай уехали, то так потеплело, капец. Жарче, чем у вас, наверное. Короче, зря уезжали. Надька, а чё водка кончилась? Че? Он что, там про водку спросил? Нет, это он спросил, какой год закончился. Закончился 2014-й год. Да уйди ты. Хреново, а за новым кто-то пошел. Слушай, мать, они там, походу, всю мою рябиновую настойку выпили, а? Надька, а ну покажи бутылку. Покажи быстро, ну. Сейчас. Так, это что такое? Это что такое? Она розовая была. Ты что? Мать, они туда нассали, что ли, а? Ты что, совсем, что ли? А ну, отпей. Отпей, я тебе сказал, быстро. Не трогали мы ее, блин. Отпей, я тебе сказал. Ну вы же мне не разрешаете пить. Вот точно нассали, я тебе говорю, нассали. Слушай, Надька, ты помнишь, что с тобой будет, если ты домой кого-нибудь приведешь, пока нас нет, а? Ну, конечно, помню, но я никого не могу. Так, это кто-то... Это что, там негр был, что ли? Да, пап, да какой негр? Это тень. Да? Тень? От другого большого негра, что ли? Я не понял. Надя! Так, а ну, быстро развернула камеру, показала нашу кровать. Да нормально все там. Давай быстро показывай. Смотри, Надька! Ой, Надька, блин, поразит, как кто интернет там? Сегодня хреновый! Вообще жопа! А у вас-то как дела? Слышишь, через 5 часов узнаешь, как у нас дела, когда мы сейчас домой обратно прилетим. Сколько у тебя там народу? И сколько из них побывало в нашей с отцом кровати? Да никого не было, смотрите. Я одна была, клянусь, одна. Олег, нужно срочно брать билет. Да ладно, что ты, что там еще случится такого, а? Все уже случилось. Мама! Мама, ты молчите. Это что ты? Это я просто... Я все иду менять билеты. Я сейчас тошнит, реально, мать. Беспредел. Кошмар. Ой, опять же интернетом хрень. Дружный коллектив девчонок из Comedy Woman поздравляет свою любимую руководительницу с началом нового сезона. Желает счастья, здоровья, любви, творческих успехов и просит поставить ее любимую композицию Elvis Presley «Bossa Nova Baby». С радостью выполняем просьбу девочки. Это же моя любимая! Элвис Пресли! Bossa Nova! Flying all over the place and the sweat dropping out of my hand, my hand, my hand. She said, hey, bossa nova, baby, keep on working, for this ain't no time to drink. She said, go, bossa nova, baby, keep on dancing, cause I ain't got time to think. Bossa nova, bossa nova. Знакомьтесь, это наш новый администратор Руслан. Всем привет! Приветики! Привет! Здравствуйте! А старый где? А старый, Мариночка, постарел, на пенсию уходит, все.
Господи, ему же даже 30 нет. Даже семью не успел завести. Господи. Наталья Андреевна, все дела передал. И вы это, берегите ее. Хорошо, дедуль, давай, смени в сторону выхода. Давай, давай. А можно я последний раз скажу? Можно, конечно. Наталья Андреевна, на сцену. Друзья, есть три места, куда не стоит ходить жене со своим мужем. Первое – это концерт Стаса Михайлова. Второе – это роды. Ну и третье, вы сейчас удивитесь, спа-салон. Вы спросите, почему? А вот посмотрите, почему. Что-то мне, Катя, как-то неловко. Да что тебе неловко? Массаж – это нормально. Расслабься и получай удовольствие. Что-то как-то не получается расслабиться, когда на моих же глазах мою же жену какой-то мужик лапает. Олег, это просто массаж. Просто... Так, Катя, я не понял, это что за звук? Что, мне приятно. Катя, а ну-ка перестань. Что-то со мной ни разу такого звука не было, а тут... А тут пришел какой-то тайц, и ты растоналась на весь салон. Ну, Олеж, ну что ты выдумываешь? Ну, девочки хотели сделать мне приятно. День рождения подарили сертификат в СПА. Слушай, а эти твои девочки вообще в курсе, что ты замужем, а? Убери от нее руки, я тебе сказал. Да он тайц, он тебя не понимает. Что он не понимает? Где у тебя сиськи, все он понимает. Олег, в конце концов, тебя вон чужая бабища трогает, ты чего? Это вообще другой вопрос, Катя. Почему она меня трогает, причем камнями? Потому что ты сам выбрал стоун-терапию. Слушай, я выбрал стоун-терапию, а не закидывание камнями. Знаешь что, свинья ты неблагодарная. Этот сертификат стоит 15 тысяч рублей. Сколько? Сколько? 15 тысяч? Я-то думаю, что тут они людей обкладывают камнями? Видимо, чтоб не убежали, да? И вообще, у тебя был массаж всего тела, он вечно что-то трется только в районе твоих ягодиц. У меня там проблемная зона. Сейчас, Катя, у него под глазом будет проблемная зона. И у тебя тоже, если ты не успокоишься, поняла? Олег, в конце концов, это подарок, а подарки не обсуждают. Я вот так и не понял, это нам с тобой подарок? Или этому твоему тайцу новому, а? Что он там собирается опять делать? Он сейчас будет мазать меня шоколадом. Вообще кайф. Вообще не палимся, то есть, да? Меня еще до конца не замуровали, вы уже шоколадом поливаетесь? Ты что, дурак? Это такая процедура. Процедура? Масло, шоколад. Такое ощущение, что они нас тут готовят, они массажи нам делают. Да выключи ты свой гребаный фонтан, обоссусь сейчас уже, реально. Короче, не можешь расслабиться, просто лежи молча и закрой рот. А, да ты чё? А! Продолжай. Олег, я не поняла, тебе что, приятно? Ай, да нет. Нет, ты что, Катя, мне неприятно, нет. Мне так неприятно никогда в жизни не было. Ой, я в раю. Олег. Да, господи. Это я. Хочешь шубу? Нет, я не хочу шубу. А это я не тебе. Ребята, ты что, с ней заигрываешь, что ли? А, да нет, ты чего? Да! Да! Олег, этот тайц меня лапает. Вот дурак. Чувак, ты выбрал не ту тёлку. Не пила, чужой мужик меня трогает, а ты просто будешь лежать и все? Ай, Катя, если он такой же, как она, то я капитулирую. Тебя на третьем кольце в подвале какая-то бабища обкладывает булыжниками за 15 тысяч. Ай, малыш, а ты неплохо зарабатываешь. А ты ничтожество, Катя, поняла? Так знаешь что? Я сейчас подам на развод. Да, да, да! Нет, мне, конечно, не впервые лежать и смотреть, как ты один получаешь удовольствие. Но это, по-моему, уже какой-то беспредел, Олег.
Ой, да пойми ты, Катя, я в своей жизни один раз испытывал такое удовольствие, когда какой-то чухан меня подрезал, а потом сам в столб въехал. Ну вот и живи с ней. А ты еще и по-русски не понимаешь, да? Класс! Да пошел ты! Вошел, ваша Джань. Я не поняла, что происходит. Шама? В смысле? Джонго, гуняк хэн ляо шаме. В прямом. Что ты на нее пялишься? Глаза в потолок подними. Ты знаешь, я с маслом тоже не перебарщиваю, а то я тебя обратно в мужика переделаю. Наталья Андреевна. Надя, ты как сюда добралась? Ой, здрасте. Да вот я что-то мимо гулял, думаю, дай зайду. В смысле мимо? По МКАДу? Наташ, а чем мне никто не позвонил? Не сказали, что съемки. Надь, у тебя какой месяц? 9-й. Так я нормально себя чувствую. Пока. В смысле? Езжай домой. Родишь, вернешься. Все. Так, бегом на сцену. А это кто? Это наш новый администратор. Как новый? А старый где? Уволили. Надь, у нас шоу незаменимых нет. Проводи женщину. Женщина, пройдемте. Ты какая тебе женщина? Я работник шоу Comedy Woman. Певица, актриса и незаменимый солнечный человечек. Наташа, я в обойме. Друзья, когда меня на улице просят сфотографироваться, я никогда не отказываю. Но в одном культурном городе есть знаменитости, которые на этом еще и зарабатывают. Фото с Екатериной. Фото с императрицей. Подходим, не стесняемся. Фотографируемся. Здравствуйте. А сколько стоит сами фотография? 600 рублей. А для тебя, красавчик, 540. Так, чё так дорого? Я ж просто царица, я должна обеспечить себе царскую жизнь, да? А, тогда не надо. Молодой человек, подождите. А хотите фото с настоящей Екатериной Великой? Всего за 300 рублей. Я не поняла, это шоу исторических трансвеститов, что ли? Я стопроцентная немка, урожденная София Августа Фредерика Ангальцербская. А не боишься, что этим именем всю память себе заполнила, нет? Я Екатерина Великая, я ничего не боюсь. Давайте фотографироваться. Давайте, фотографируйтесь. Чтобы у вас на памяти из Петербурга была фотография с ряженой проституткой. Ой, смотрите, говорящий тюлень в занавеске, а у вас еще нет рыбы его покормить. Слушайте, я, пожалуй, пойду, а то тут, походу, битва престолов начинается. Я что-то не поняла. Это что за ответвление династии Романовых, а? Романидзе? Так, быстро собрала свои шмотки и свалила отсюда. С моей территории, понятно? Между прочим, я единственная здесь, Екатерина. У меня даже корона есть. Пока я только золотую коронку во рту у вас вижу. И, кстати, единственное, что вас связывает с Екатериной, так и, наверное, год рождения. Слышь ты, я здесь еще при Собчаке работала, понятно? У меня здесь постоянных клиентов тьма тьмущая. Вон, смотри, видишь, один фаворит идет. Здравствуйте. Здравствуйте, а? Что, как всегда? Да, если можно. Конечно можно, почему же нельзя? Ты как с царицей разговариваешь, холоп? Государыня, не вели казнить, вели наказывать. Да я тебя розгами. Говори, любишь свою царицу? Люблю, матушка, люблю. А готов умереть за меня? Готов, государыня, готов. А готов умереть на мне? Готов, императрица, готов. Ну, в принципе, на 1000 рублей все.
Вот. Видела? Директор крупной фирмы. Каждый день ко мне сюда приходит, чтобы я его поунижала. Ну, просит, что, я не могу отказать. Кому-то фитнес, кому-то это. Так что давай мигом отсюда. Да сейчас, ага. Фото с Екатериной. Фото с Екатериной. Горшочек не вари. Ты кто? Злая фея? Я Екатерина вторая. Я бы даже сказала, Екатерина одна вторая. Ой, а вы прям Екатеринище. Уйдите, не позорьте Россию. А я уж было подумал, нифига себе, какая огромная моль в костюмерной Эрмитаже завелась. Послушай, ты, я целый год замещала Чижика-Пыжика. Меня столько монеток бросили, что я как камень, поняла? Слышь, камень, из каких почек тебя к нам занесло? Я с Петропавловской крепости. Там, кстати, очень жирное и сытное место. О, слышали, жирное место, вам как раз туда. Слышишь, сейчас как обеим, дам скипетром по вашим держалам, потом Россию не соберете. Так давай мне не угрожай, слышишь? Я сейчас позову Ленина и Петра Первого. Они сидевшие, им терять нечего. Граждане-двойники, всем оставаться на своих местах. Вы окружены, сопротивление бесполезно. Стоп! Как фамилия? Прокопенко. Откуда приехали в северную столицу, Прокопенко? Из Брянска. Давно этим занимаетесь? 2 года. Приехала поступать в театр пародии винокура, не поступила, пошла на улицу. Ясно. Так, вас как зовут? Екатерина Велика. А по паспорту? Я по паспорту Екатерина Васильевна Велика. Сколько берете с клиента? Как все. А конкретно? 300. Демпингует он. Так, тихо. Вы давно, Екатерина? Раньше в Москве Лениным работал. А как Екатериной стали? Связалась с ребятами с исторического факультета, подсела на историю. Потом они меня бросили, пришлось самой зарабатывать на историческую литературу. Ясно. Ну что, матушки императрицы, пойдемте? Куда? Как куда? Я вас в полицейский дворец отвезу. На карете? Ну, естественно. Прошу, прошу, прошу. Прошу. Вот выматывает это все, да? Ой, девчонки, подождите. Такие клевые костюмы. Дайте я вас выложу в Инстаграм. Сфоткаю. Ага. Ага. Давай. И хэштег еще поставь. Хэштег Россия, хэштег дурачимся. И хэштег я сейчас лопну. Отошел, челик. Принцесса не какает. А пописать принцесса может? Желтая принцесса. Ну давай, разыграй мне места супчик. Саш, ну нет твоего супчика. У нас на сегодня вообще больше ничего нет. А что у тебя есть? Нет, увидишь все, вон он. Ангарыч! Ты чё? Ты чё, всё сожрала? Ой, Сашка, прости, это не я. Это он попросил. Слышь ты! Это мальчик? Ага. Сопляк! Вот родишься, я все твои смеси съем, понял меня? А тебя я люблю, Надюш, правда. Моя хорошая. У людей были всего 3 основные фотографии. Первая – это детская с телефоном, вторая – на паспорт, и последняя – самая лучшая, по мнению родственников. Сейчас, конечно, ситуация кардинально изменилась. Давайте заглянем в одну из современных фотостудий. Ну, давай, Надина, ну. Можешь же, когда хочешь, давай. Ага, покажи ключицы. Покажи ключицы. Ага, спрячь ключицы. Спрячь ключицы, покажи мочку. Давай мне мочку. Не морщи мочки, Надина.
Молодец. Разгладила мочку. Умница. Герман, да я просто колготки подтягивала. Да, подтягивай себе что хочешь, просто камера тебя любит, ты понимаешь? О, спасибо, дорогой. Давай еще. Где эта творческая задница? Иди, иди сюда. Сейчас твою смазливую фотобудку разбивать буду. Алло! А ничего, что сейчас у меня фотосессия идет? Женщина, ждите в грим-уборной. От вас тень и перегар. И перелом сейчас кое у кого будет. Ты хоть понимаешь, перед кем свою сисюлечку-то оголила, а? А так чмо вообще фотографировать не умеет? Так, я вас попрошу в моем же лофте меня не оскорблять. Я сделал свою работу идеально, и все свои шедевры я передал вам на флешке. Шедевры? Я тебе эту флешку сейчас знаешь куда засуну? Давай показывай, где твое USB-гнездо. Вставляй быстро. Я как дура. Кое-веки нарядилась, брови разделила. У меня ребенок 3 часа по кольцевой ветке ездил, ждал, пока я команды этого чма выполняла. И что? Я и страсть давала. Я и кошечку показывала. Я и камеру его паршивую любила. Я и похотливой амазонкой была. А нет, это старая книга. А вот. Вот похотливая амазонка и... Ну? И что вас не устраивает? Почему я везде одинаковая? Ты что думаешь, у меня вместо глаз пуговицы, что ли, а? Ты думал, мне одну фотографию вместе 200 штук тюхаешь, да? Алло! Сейчас вообще-то у меня фотосессия. Так, короче, женщина, слушайте совет фотогеничной женщины для нефотогеничной. У вас огромная проблема с позами. Она одна. Чего? У меня одна поза? Ой, а это кто? Дайте-ка угадаю. Похотливая кошечка или старая книга? Слышь ты, палка для селфи сложилась. Где остальные фотографии? Какие остальные? Вы что, шутите? Они в папке «Адский ад». Надина, посмотри сквозь пальцы на этот ужас. Санта-Лючия, кошмар! Сейчас с таким лицом в переходе собачка собирала денежки на других собачек. А ты прямо ждала, да? Прям мучилась, чтобы эту шутку сказать. Прямо обсасывала ее, да, смаковала. Тебе, скотине, смешно, а мне там, знаешь, как позвоночник вкрючила? Послушайте, женщина, это стандартная поза. Вот у Надины все получилось. Да. Ты че, тварь? Ты че, совсем обнаглел, что ли, а? Ты даже эту плоскодонку красиво сделал. Даже морщины как-то вот заретушировал. Задницу ей какую-то сделал. Даже кажется, что она у нее есть. Алло! Я ради этой фотосессии 5 лет на кабачках сидела. Фу! Извращенка! Я сегодня с утра оладьи из кабачков ела. Лучше бы не говорила. Так, женщина, покиньте мою фото-лакшери-студию. Вы только посмотрите, как она мороженое ест. Посмотрите. М? И как вы? Посмотрите, как она грудь показывает. И как вы? Посмотрите, как она цветы нюхает. А дай-ка угадаю, и как я? И как вы? У меня аллергия на георгины. Да у вас, походу, на фотоаппарат аллергия. Сейчас прям невозможно тебя на сухую слушать. Дай-ка я тебя ушатаю, а? Алло! Слушай, тебе кто там названивает-то постоянно, а? Ты уже трубку-то возьми, поговори с человеком. А то ведь дальше алёта как бы дело не идет. Так, женщина, я вам еще раз повторяю, покиньте мою фото-лакшери-студию. Да, все претензии к создателю. Вот, вот сейчас ты ему все и передашь. Ну чё, держись, покойница. Так, женщина,
Не трогайте мою клиентку! Хотя такой фотосессии у меня еще не было. Давай мне показывай кошечку! Ева, спаси! Амазонку давай мне! Помогите! Страсть давай мне! Камера тебя любит! Ай! Русская баба вышла за араба, парочка, что надо, шейх Шахерезада. Чуешь, чуешь, это трогательный миг. Скоро у Ангарской появится бэйби. Классный бедуин, классный бедуин. Классный бедуин, классный бедуин. Вы что, охренели, а? Это реквизит на номер. Бабуль, ну вы же взрослый человек, вы-то куда? Маш, ну что такое-то, я же ничего не сломала. Капец, вы мне тут вообще все расстроили. Ты нас тоже расстроила. Считай в расчете. Да ну нафиг. Давайте акапелля. Давай. Классный бедуин. Классный бедуин. Я вас так люблю. Знаете, я всегда задумывалась, кто же пишет песни певицы Натали? Или рэп Джигана. Честно говоря, я сначала думала, что это какая-то специальная программа случайных звуков и слов. Оказывается, нет, это пишут реальные люди, с одним из которых мы сейчас познакомимся. Добро пожаловать в студию поэта-песенника Марианны Махмутовой. После салюта, будет любовь. Пожалуйста, готова песня на день рождения города Дмитрова. Марианночка, вы талант. Вам так удалось уместить в одной песне и колокола, и автобусный парк, и высокую раскрываемость преступности, и то, что в городе батут есть... Браво! Что вы не благодарите? Это маленький гений внутри меня, который через мои руки подарил вашему городу этот шедевр. И сейчас он интересуется своим гонораром. А, да-да-да-да. Как договаривались, по $10 за слово. Угу. Там и за та-та-там есть. Там и за та-та-там, и за на-на-ней, и за пара-пара-парам. Пам-пам. Пам-пам. Спасибо, ну что ж, прошу меня извинить, пора творить. Здравствуйте, а вы композитор Марианна Махмутова? Махмутова! Специально для таких, как ты, на двери табличка большое красное ударение над буквой А. А слово «Махмут» — древний мохнатый мамонт. Чем могу быть полезна? Извините, я певица Катя Ротик. И кто вам фамилию придумал? Не, фамилия настоящая, имя другое. На самом деле я Валя Ротик. Так, а почему вы изменили имя? Ну просто Валя Ротик уже была в телефонной книжке у этого продюсера. И что вы хотите, Катя, Валя, Ротик? Мне нужен хит. Ой, да без проблем, будет хит, только деньги вперед. Ой, а у меня только карточка. Вставляй карту в синтезатор. О чем нужна песня? Ну, она должна быть сначала про любовь, потом про расставание, потом снова про любовь, а потом про несчастный случай. Ну, просто у меня машина перевернутая есть специально для клипа. Мы с тобой шли по обочине, захотелось кофе очень мне. Я перебежала трассу М1, теперь ты совсем один.
тебя я так сильно подвела, я умерла, я умерла. Круто! Очень грустно, прям как певица Максим. А можно еще одно, еще грустнее? Давайте попробуем, давайте, конечно. Щенок совсем без ног, ползет он к мертвой мамке сказать прости. Слушайте, ну это слишком грустно даже для Максим. А может, какую-нибудь веселую, танцевальную? На вашем счете недостаточно средств. Там же много было. Welcome в шоу-бизнес, девочка. Забирай песни, заработаешь, приходи за новыми. Вай-вай-вай-вай-вай, Кариночка. Золотая жилка моя. Ой, постоянная моя клиентка. А ну, дай угадаю. Нужна песня, чтобы извиниться перед мужем за измену. Да. Кариночка, простите бога ради, может, не в свое дело лезу. А, ну вы так часто изменяете мужа, что мы с вами уже на третий альбом выходим с ремиксами. Да. Я просто очень люблю говорить. Да. Чудесно. Чтобы вам такое придумать, так сказать, обобщающе, да? На все времена. Сейчас, давайте. Милый, прости меня, любимый, не ругай меня. Я слаба напередок, слаба напередок. Ты прости еще разок мой передок. Нравится? Да. Ну что, до завтра? Да. Люблю работать с профессионалками. Здравствуйте, я за своим заказом. Здрасте, здрасте. Я заказывала вам песню, у нас юбилей с мужем, 18 лет совместной жизни. Так. Да? Я вам эту душещипательную историю высылала по почте. О, я помню, все готово, слушайте. Да, отлично. Конечно. Разобранный мангал, свидетель нашей страсти. А ты его собрал, а сердце разобрал. И припев: а дуй, дуй, дуй на угли, а жарьте, 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 жарьте шашлычки. А водочка откроется, выпьем за здоровице, а потом на троицу ребеночка родим. Вы понимаете, что вы сделали? Я? Вы мою жизнь положили на музыку. Классно. А вы на мой синтезатор сумку. Из нее что-то течет. А, там как раз то, что будет сейчас, как там в припеве? А дуй, дуй, вот, дуй. Мяско на шашлычке, конечно, спасибо огромное. Дуй, 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 дуй. Здравствуйте, а где я могу найти поэта-песенника Марианну Махмутову? В списках номинантов на Грэмми не искали? Очень смешно. У меня к вам... Подождите, молчите, дайте я угадаю. Он вас бросил... И вы хотите отомстить ему песней. Как такой вариант? Сам ты маленький, везде ты маленький, в штанах ты тоже очень маленький. Не угадали. Хорошо, попытка номер два. Что у вас за костюм? Карнавал, Пурим? А, это ваши еврейские праздники. Мне бы на бармицву хоть одним глазком глянуть. А что вы там без женщин вытворяете? Ну? Что, нравится песня? Вставляй карту в синтезатор, забирай, песня твоя. Я из налоговой. Вы получаете деньги за ваши песни, и к нам не приходят чеки с вашего синтезатора.
Кстати, это очень странно. Очень странно. Приходите завтра. Просто дело в том, что сегодня вся бухгалтерия из синтезатора уже ушла. Завтра. Ну, поясничайте. Вы понимаете, что уклонение от налогов – это серьезное экономическое преступление? Ладно, ладно, будет вам песня на день налоговой. То есть вы думаете, что вы песней отделаетесь? Хорошо будет гимн. Если есть святые люди на земле, то узнать их можно по погонам. Счастье выпало нам жить в одной стране, облагали, чтобы нас они налогом. Налоговая кормили. И сохрани! Господи, ваши заказы меня всегда так морально выматывают из года в год. Вы знаете, это, конечно, все очень хорошо. Спасибо. Но кто это будет исполнять? А схожу-ка я к Стасу Михайлову. Сходите. Что-то он там с декларацией в последний раз намудрил. А сходите, да. Это Машки, Машки. Умница. Спасибо, спасибо. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаю, товарищ генерал. Да, да, мы тут шутим. Шутим? Вот. А мы вот из налоговой, и мы не шутим. А, значит, смотрите, я исполнитель. Вот мне что сказали, то я и сделала, да? Вот у нас тут руководство есть, которое вот придумывает эти номера. Понятное дело, порой идеи бывают дурацкие, порой необдуманные, но мне что сказали, то я и сделала, да? Я пойду. Ну, не совсем так, как бы, но... Так, значит, вы у нас тут главное, да? Господи! Это что же это творится? Забирают нашу кормилицу! Ну что дошутилось? Сколько ж тебе дадут-то, статья 122? Наташенька, ты главное помни, что у тебя есть право на один звоночек. Ты нам звони, Наташенька! Нам звони! Вот вы сейчас все очень правильно проорали, но мы немного по другому вопросу. Да, вы так не бойтесь. У нас просто намечается мероприятие в налоговой, так сказать, между собойчик. Мы бы очень хотели, чтобы вы исполнили для нас вот этот ваш гимн про налоговую. Там по тексту все подходит, да? А, значит, смотрите, я исполнитель. Пойдемте, все обсудим. Даты, гонорары. Может, все-таки с начальством обсудим? Уже мужчины, как в детском саду. Какое начальство, а? Пойдемте, напрямую дешевле будет. Маш, что происходит? Матушка, матушка, матушка. Я, наверное, не вовремя, но у нас сейчас на площадке на одного человека больше появится. В смысле? У ангарской схватки начались. Да ладно. Господи! Я никуда не поеду. Со мной все в порядке. Надя, успокойся, тебе нельзя нервничать. А, давайте я на сцене рожу, такие рейтинги будут, охренеть. Да нормально у нас рейтинги. Иди на СТС рожай. Я не хочу на СТС. Я ТНТ-шница. Друзья, в долгой, рутинной, семейной жизни очень важно не забывать друг друга удивлять. Итак, представьте, впервые за 5 лет жена испытала оргазм. Ну скажи, да?
А? Скажи, скажи. Ага. Чё, Агата? Чё, Агата? Я бы сказал, ого! А? Я бы сказал, ого-го-го-го! А? Ага. Ты чё молчишь-то? Чё, язык, что ли, проглотил, а? Ой, Олеженька, прям слов нет. Нет, ну, конечно, я тебя понимаю. Такое событие, а? 90% женщин вообще это такое за целую жизнь не испытывают, представляешь? А ты у меня вон какая счастливая, а? Добро пожаловать в клуб. Какой еще клуб, Олег? Какой? 10% избранная ты моя. Не, понятно, вся заслуга на мне, но ты тоже вовремя так все поняла, как давай мне что-то там подыгрывать. Ну, спасибо. Ой, да ладно, хватит меня благодарить, а? Я просто делал свою работу, ну. И вообще, в этот раз, конечно, разобрался, как там оно у вас все устроено. Женский оргазм такая тонкая штука. К нему надо так, знаешь, осторожней подходить. Долго же ты к нему шел. Да. Слушай, а может сфотаемся, а? Смотри, давай. Олег, ты с ума сошел? А что такого-то? Такое событие. Алло? Доставка пиццы? А это доставка оргазма? Олег! Что, заказывать буду? Да не, ничего. Может, вы у меня что закажете, а? Олег, отдай сюда телефон. Так, строчку надо в резюме поменять. На какую? Аккуратнее, я долбанулся? Слышь, ты давай сама аккуратнее. Я сейчас у женщин популярен. Вон, смотри, какой у меня статус в соцсети, смотри. Мастер женского оргазма? Олег, ты с ума сошел? А что думаешь, надо на маэстро поменять, да? Олег, мне кажется, ты преувеличиваешь влияние оргазма на женский организм. Что-то я смотрю, тебя попускать стало, а? И вообще, если ты хочешь знать, что я хочу на день рождения, то я хочу Форд. Олег, ты в своем уме, а? Ты эти 3 секунды уже час празднуешь. Чего? Да во, у меня уже стало закрадываться сомнение, было ли что-нибудь или нет. Ты давай-ка поувереннее там, эй. Угу. Я просто не знаю, как это. Может быть, я с чихом перепутала. Чего? Люди того. Так не чихают, угу. Поняла? И вообще, если ты там чихнула, то будь здорова. Вот и все. Олег, ты что, обиделся, что ли? Олеж. Да все. Ну, чё ты, а? Ничего. Ну, да ладно, было, все было. Чё, было? Угу. Да? Угу. Было прям все, как Малышева рассказывала и показывала. Ну, вот видишь. Ходила себе 5 лет такая на работу, домой, да, ни то, ни сё. И тут бац тебе, такое счастье, ни за что, ни про что, да? Прошло 5 лет. Да? Скажи, скажи, было? Было? Ну вот видишь, а ты говоришь, совпадение, совпадение. А я тебе говорю, 2 раза подряд, это уже признак мастерства, а? Чё, Олежа, как оргазм? Ты чё, какой сморозовый оргазм, ну? Олег, ты чё, нормально ж отыграли? Таня, нам с тобой никто не поверил. Так, ну что, девчули, готовы к финалу? Да. Я нет, я не одета. Да иди так. Вот так? О, Господи, костюмеры, оденьте Таню.